Всем привет, всем привет, всем привет. И снова здравствуйте, здравствуйте, на канале Попал на Доман. В общем, сегодня мы посмотрим довольно-таки интересный поединок. По крайней мере, я надеюсь, что он будет интересным, поэтому влупите лайк, поставьте лайк, каждый, кто зашел. Всего лишь 10 минут остается до матча, и я уверен, что вам понравится то, что вы сегодня, в принципе, увидите. Ваше здоровье. Так. У большинства людей, к сожалению, не будет как таковой возможности посмотреть футбол. Платный телеканал транслирует часть матчей первой лиги, которую мы часто вместе с вами смотрим. Многим, скажем так, это нравится. Как минимум то, что я комментирую, как я комментирую, как мы обсуждаем, еще деньги поднимаем. Это один момент. А другой момент, ребята, если вам это все понравится, обязательно подпишитесь, влупите лайк. И на самом-то деле, мне кажется, в тех условиях, когда я, допустим, плачу 189 гривен, одна из подписок, а вы нет, и узнаете все, максимально все по матчу, это отличный вариант для каждого из вас. Если нет, All TV подписка, покупаете, смотрите телеканалы футбол, чтобы смотреть полностью весь футбол, смотрите и покупаете еще подписку Мегаго за 300 гривен и смотрите футбол. А нет, значит, подписывайтесь на канал Попал на Доман. Много всего интересного. Чаще, как многие говорят, это даже интереснее, чем просто смотреть матч по телевизору. Решать вам, ребята, ровно 10 человек осталось до 5700 подписчиков, поэтому, ребята, вперед из песни, кому понравится контент. 8 минут до матча, сейчас будем разбираться с составами. Привет, привет, привет всем, привет, Джека, еще раз. Здорово, здорово. Пятый лайк, спасибо, спасибо. Нет, показывать не буду, Вова будет комментировать, он покупает платный канал для нас. Именно так. Серега, привет, 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 рад тебя видеть, братан. Как дела? Нас интересно понаблюдать будет за Кривбасом. Это вторая полноценная сила, в принципе, в первой лиге. Претендент на первую, на УПЛ. Команда, которая оступилась вот буквально против Агробизнеса и пропустила Металлист Харьковский на первое место. Поэтому в этом матче они приложат, наверное, максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. Интересно всего смотреть по телевизору без звука и слушать тебя. Да, Вовчик, вот приятно слышать такие комментарии. Кому действительно так лучше, ну реально приятно слышать такие комментарии от многих из вас. Прогноз будем делать по ходу. Это кому интересны прогнозы, какие-то денежку поднять, еще чего-то. Это так, чтобы вы понимали. Ну и готовимся к матчу. 7 минут. Сейчас будем разбирать составы. Все, в принципе, как всегда. Видео, видео. Сейчас кое-что быстренько сделаем. И погнали. Интересный матч можно даже поставить. Да, довольно-таки неплохой. Саня, Просфанат, привет, Саня, привет, привет. Ознакомиться с составом. Так, Лёпка, Роман, Саранский, Богдан. Так. Займенко, Владимир, Малиновский, Назар. Дмитро, Баландин, Семенов, Дмитро, Владимирович, Стойский, Андрей. Мостовой. Рябов, Гриденко, Пятого, Александр, Приходько, Клим. Городесева, Замагдан. Миллен, Ислав, Паскаленко, Алексей. Много молодых футболистов.
в Кривбасе. Много молодых футболистов, но они показывают игру, показывают результат, как мы, в принципе, видели по первых матчах в первой лиге Украины. Не такие прям какие-то имена, но, во-первых, это первая лига с приходом в высшую лигу, куда активно стремится Кривбас, все совсем по-другому будет, поменяется, я лично в это верю, скорее всего, так и будет. Поэтому будем смотреть. Я тоже покупаю подписку на матч примерно за 300 рублей и 3 матча футбол за 200 рублей. Вообще с вами 500 рублей. Блин, жестко, жестко. Что-то там подешевле, но надолго, чтобы смотреть. Всем привет, привет, Денис, привет, братан. Как дела, как жизнь, ребят? Давайте 12 лайков наберем, одного лайка не хватает. Готов встречать Шеву и Усика в Житомире завтра. Макс Финарчук. У меня активно идет подготовка к дню рождения жены, короче, завтра вообще будет писец. А что это они там забыли, интересно, ух, что это я пропустил, Макс? Честно говоря, много что слышал, много зачем слежу, но это как-то пропустил. Что за Рена выйдет с такой группы Лиги Конференции, то можно распускать и команду. Думаешь, настолько она легкая, чтобы прям проходить? ЦСКА, блин, сильный, в принципе, соперник, кто там, Рома. И третья кто? Напомните мне, пожалуйста, в чат, кто третья команда, которая попалась в Роме. Рома явный фаворит. ЦСКА, блин, крепкая команда. Ну, конечно... Надо обыгрывать такие команды. Звезду какую-то на стадионе показали. В топчике она в топ одела, короче. Одни си прикрывает и все. У Зери Рома и ЦСКА Сви, они не выйдут с группы. Ну вот, а кто третий? Санта, я говорю, так же пить не пришлет, вообще что-то будет. А, Будеглимт топ. Будеглимт. А, Будеглимт — это команда, которая реально сейчас впечатляет, удивляет. В последнем времени, я вам скажу. Но Лигу чемпионов, чемпионов Европы, мира, топ-чемпионаты покупают по государственному каналу, а чемпионат России по платному каналу. Понял, Вова, понял. Буду знать. На матч по Лесе Альянс, говорят, приедут. А что они там забыли, никто не знает. Я тебя понял, Макс. Посмотрим, что они там. Ну, хотя хотел посмотреть. Шевченко покинул пост сборной и пошел в скауты. Он в Полесе... Сборников будут поставлять в сборную, соответственно. Все, все, раскусили их план. Составы команд давайте, наверное, будем разбирать. Или подождем, еще ребята подозайдут. Не знаю. Нет, давайте, наверное, разбирать, потому что до матча уже всего лишь ничего лишь. Сидит девушка. А возле нее стульчик, ну не стул, а этот, кресло, короче. Ну вы меня поняли. И написано «не седаты», «не седат», «не садиться», типа. А она сидит рядом. Что это там такое за место? Боже мой, еще одни какие-то крали показывают. Я так понимаю, из-за того, что типа по футболам будут показывать, пришли девушки такие все накрашенные. То ли... А, на футбол пришли, а на футбол ходят настоящие мужики, поэтому они там ищут себе этих. Все, их тоже раскусили, короче, понятно. Ну, согласна со мной. Или зачем так девки красятся на футбол? Это ж не дискотека, еще чего-то. Расскажите мне. Спартак и Локо не провалят группу ВЛЕ. Сегодня, что ли, при 55 лайков не будет розыгрыша? Будет, просто Волка тупанул. Спасибо, что напомнил. Все будет. За каждые 55 лайков 100 гривен улетает на ваши. Включи видео, трансляцию, комментирую. Валера Тараненко. Валер, я надеюсь, мы с тобой сработаемся. Ты впервые на канале. Я надеюсь, тебе понравится то, что ты увидишь. Но на самом-то деле, к сожалению, братан, я не могу показать трансляцию, потому что забанят канал, забанят трансляцию. Права на трансляцию даже такого вот матча первой лиги стоят пару тысяч баксов. Поэтому
В интернете вы не найдете, можете поискать этот матч, поэтому возвращайтесь, подписывайтесь, будем смотреть матч вместе. 100%, 200% в компании нашего партнера, в компании Bitwinner этот матч будет транслироваться, и не надо платить бешеные деньги, которые платят за трансляцию некоторые люди, за подписку, как я, вот AllTV, там 189. Тут достаточно зарегистрироваться, перешел по ссылке, и внести хотя бы 20-25 гривен, и можно будет смотреть футбол. Можно будет смотреть футбол. Поэтому вот такой вот есть вариант. Но нужна регистрация с внесением депозита. Для показа трансляции нужна лицензия, она дорого стоит. Правильно Вова говорит, правильно. Абсолютно правильно, абсолютно верно. Столько людей смотрит, потихонечку растет наша аудитория. Давайте раскачивать стрим, будет интересно. Многим нравится, как раз таки те, у кого нет возможности особенно посмотреть футбол, заходят, потому что любят, как Вова комментирует. Мне это безусловно приятно, самое главное, что я могу какую-то пользу для вас нести. Что и должны делать, в принципе, блогеры, стримеры. Поэтому, ребята, давайте 20 лайков до начала матча наберем. 2 лайка всего лишь не хватает. Поэтому я понял, спасибо, все ок, я не знал. Ничего страшного, Валерий, ничего страшного. Некоторые вообще чуть ли меня не посылают, а потом становятся постоянными зрителями, подписчиками. К тому же вот наш модератор бросает промокод по Пантри Пятерки, который вы можете ввести при регистрации, перешел по той же ссылке, которую я бросал в чат. Еще раз, вот раз, один раз кину, и получить 100 евро от нашего партнера, что является самым крупным бонусом среди подобных компаний, просто за регистрацию. Просто за то, что во время регистрации в поле промокод вы введете наш промокод. Все. Динамо камбэк 97-99 руки против Барси, Баварии, Виры. Ох, Илюха, да, было бы неплохо, было бы неплохо. Я бы не отказался, конечно, если это был камбэк. Но тогда совсем другая команда была. Хоть и Нойер, который сказал, мы будем играть против одной из самых великих команд в мире, против Динамо. Да, но он помнит ту команду. Помнит ту команду. Он на ней вырастал отчасти, может быть. Здорово, Кривбас чемпион. Привет, Андрюха, привет. Ты, я так понимаю, сегодня за Кривбас. Целиком и полностью. Фора плюс полтора не зайдет. Лестер — это топ-команда. Но еще это команда, которая мне придет на вылет. Так, продолжаем. Так. Ребят, составы. Составы Кривбаса и Подолья. Подолья, мы уже второй раз смотрим. Против Полесья они играли, помните? Подолья выиграла. Чуваев, Карахов, Корохов, Коваль, Липовуз, Марговский, Островский, Пернацкий, Прикна, Вермиенко, Карпенко, Савошко. Кривбас, Липка, Гавидарика, Ловрич, Балан, Гордієнко, Дебелка, Зотко, Рябов, Семенов, Татарков, Хабленко. Вот такой вот состав. Интересно понаблюдать. Я обычно нейтрален. Вы же, в принципе, знаете, что я нейтрален. Но очень интересно посмотреть, что себя представляет Кривбас. Тем более дома, когда и их еще, скажем так, поддерживают такие красавицы на трибунах. Лестер выиграет 3-0, но он в этом сезоне наконец-то попадет в зону Лиги Чемпионов. Наконец-то смогут, да, житель Кривого Рога в априори не может быть за Подолье. Но вот, скажем так, это с подвохами был вопрос к тебе, Андрюха. Поэтому удачи Кривбасу, удачи Подолью, смотря кто за кого болеет. Можете, кстати, написать в чате, кто сегодня за кого, кто за Кривой Рог, кто за Хмельницкий. Напишите в чат, мне интересно. Прям узнать. И давайте наберем 25 лайков. 3 лайка всего лишь не хватает. А на данный момент 48 человек не поставил лайк. Вот, 50 человек не поставил лайк. 50 человек не поставил лайк. Ребята, матч начинается уже прям сейчас. Буквально секунды остаются. Так. Надо протереть один из 4 глазов. Так. Они были в меньшинстве против сильной команды. Да, вообще так. Тут английскую премьер-лигу. За Кривбас, Кривой Рог, Хмельницкий, Виталий Хмельницкий. За Хмельницкий. Логично, Виталий. Валера Тараненко за Кривбас, Кривой Рог. Понятно. Два мнения. Абсолютно разных. В принципе. Трансляция будет. Здесь будет лучше, чем трансляция, потому что в интернете вы не найдете трансляцию, а матч начался. Многие как раз-таки зашли для того, чтобы услышать комментарии по данному поединку. Боже мой, какая дурацкая камера. Какую дурацкую камеру, какой дурацкий вид выбрал Футбол 1.
широкоугольная, вот под таким углом. Вот под таким углом мы сейчас смотрим, то есть из-за того, что видно трибуны низкие, либо точка для камеры была на низком уровне, вот получается такое, как будто взлет. Смотрим на взлете. Вперед, Кривбас. Артем за Кривбас. Привет, Денчик Шоу, привет, привет, привет. Вы знаете, ребят, 35 секунд команда сыграли, и что я могу сказать? Голов нет. Нету. 27-й лог, спасибо. Тики Хмельницкий, тики поділя. Понял, Виталий. Ще до початку чемпіонату було зрозуміло, що команда президента і металіст вийдуть в УПЛ. Команда президента. А, Кривбас — це у нас команда президента. Понял, понял. Макс Слобода за Поділля. Макс з этим, з Гомером на Авке. Впервые вижу тебя на каналі, братан, если что, подпишись. Неужели я залетел на стрім? Ваня, братан, привет! Привет, рад тебе видеть. Много работаешь, я тебя понимаю. Наверное, я угадал, что ты много работаешь. Как дела? Привет, привет. О, по статистике проиграли полностью. Пока сумбур в центре поля. Вторая минута начинается. Никакого обострения от, ни от той, ни от другой команды. Подолье за первые вот полторы минуты сыграны. Просто больше пока владеет мячом. Гомер, да. Привет, привет, Макс. Обязательно подпишитесь на канал, если вам понравится контент. И на подходе первая любимая цифра моя по лайкам. 33. Одного лайка не хватает. Дружок, а что ты тут сидишь, где трансляция? Дружок, давай, ты дружок, я дружок. В общем, в любом случае, в интернете вы не найдете трансляцию, поэтому я и сижу, комментирую для вас, общаемся, обсуждаем, еще деньги поднимаем. Может быть, Кривбас тебе и понравится. Впервые смотрю, кстати, Кривбас как команду, которая является такой перспективной силой на УПЛ. Виталий Гришко, передай привет моей жене. Привет жене, Виталия Гришко от канала Папа Лудоман и Владимира. Ребята, теперь, что Виталий Гришко, что его жена должны подписаться на канал Папа Лудоман. Да. Можно после первого тайма полностью проиграть, но примет хоть матч, например, вспомню Ливерпуль в легендарном финале Лиги Чемпионов. Если есть яйца, извините за выражение, то можно все что угодно, хоть горы перевернуть. Третья минута начинается. В центре поля команда то одна, то другая теряет мяч. Это похоже на старт практически любого матча первой лиги. Посмотрим, что будет дальше. Так, а я смотрю, у Кривбаса похожий стадион. Похожий вид, как у Полесья Житомирского, моего родного. Только они додумались. Там сзади какие-то непонятные дома. И, короче, куча домов, частных причем. Но они додумались закрыть это бордами такими. Хоть не так видно. А у нас пока все дома какие-то видно, базу, еще чего-то. Так, Кривбас больше двух и Урал больше одного взял. Артем, удачи. Конечно, больше двух смотрится, смотрится, учитывая то, что резко еще с утра коэффициенты просто полетели вниз. На каком канале смотрите, Ярослав Блажко? Смотрю по платному телеканалу Футбол 2 HD. Ярослав. Если есть возможность, точно так же смотри. Если нету, то возвращайся, будем вместе смотреть. Подолье прихватывает мяч в центре поля. По правому флангу идет атака. Передача в центр. Опасно атакует Подолье. Это очень опасно. Уже в штрафной Подолье можно забивать. Это гол! Это гол! Подолье забивает. Шедевральная атака. Я не знаю, кому сказать. Шедевральная атака Подолья или шедевральные... провал Кривбаса. Ще не посадило нікого на стадіон в Житомирі. Що ж це поки не, Серег? Я б зараз матча даже комментирую. Так, вот такое вот начало, ребята. Первая атака, которая заканчивается голом Подолья. И это интересно, да, Жека, вот это действительно интересно. Я сразу же захожу в компанию нашего партнера. Вы тоже можете зайти, кстати, помимо того, что сделать ставки, причем даже крупные вам обязательно выплатят, вы также можете еще сделать ставку на этот поединок. Я сейчас тоже буду думать насчет ставки, потому что она сейчас может быть выгодной. Кто забил пока, ну это первая лига, не совсем... Ага, не, все-все. Спасибо, спасибо трансляторам, я увидел, кто это был. 19 номер Подолья забивает Островский. Игрок Данька, который пришел с Полесья в Подолье.
с моего родного Житомирского Полесья. Стало Кривбас больше двух. Как вариант, довольно-таки неплохо. Довольно-таки даже очень неплохо. Так, сразу Вовка думает прогноз, пока приутихли. Да, Кривбас садится в оборону. Это прям явно видно. Сейчас Вовка открывает линию. Live линию. И сейчас что-то придумаем, ребят. Сейчас что-то придумаем в обязательном порядке. Кривбас, кривбас, кривбас. Несмотря на это, на кривбас дают коэффициент 1.95. То есть все равно верят в команду. Уже двойка. Уже двойка, уже вырос. Коэффициент. Ну, надо ждать. Надо ждать. Коэффициенты так быстро не вырастут. На пятой минуте все-таки был гол забит, поэтому вполне понятно, почему вот так коэффициенты в принципе не меняются. Полесье сегодня передали новому спонсору официально. Сказал достроить стадион под УБЛ. Блин, Макс. Надеюсь, это не обещание. Жикол в основе. По-моему, если я не ошибаюсь, нет. Так, Савошка. Нет, на замене. На замене Жикол. Либо один больше. Ну, один больше маленький коэффициент, к сожалению. 0.5 на Кривбас, к сожалению, нехороший. Я тоже подумал. На то, что Кривбас забьет гол, коэффициент 1.1. Поэтому посмотрим. Пока Кривбас подает угловой. Первый угловой для себя. Подача на ближнюю штангу. Выносят игроки Подолья. Восьмая минута начинается. Вперед Подолья. Лев Макагон. Я повторял и буду повторять, ребята. Кто впервые на канале, обязательно подпишитесь. И ровно 7 даже. 7 человек не хватает для максимально круглой цифры по подпискам. До 5700 подписчиков. Где глянуть Кривбас, Антоха, братан. Посмотреть матч можно только на платном канале Футбол 2, либо на канале Попал Удаван. Так, нужно смотреть игры до минут 30. Да, да, вот так и будем делать. Я лучше подожду, ибо ничего не понятно. О, скільки років стоял стадион в Житомире, скільки бабла відмила. Серега, там такие деньги отмыли, что я даже попытаюсь представить, но надо то, что я представлю, надо умножать на 10. Обещать у нас власть любит, спонсор пока хорошо себя показывает, базу за лето достроили, которую не могли 2 года достроить, так что верим. Когда есть деньги, видите, деньги в этом плане решают все, поэтому Макс, я думаю, больше может ответить на этот вопрос, Макс Финарчук. В общем, Макс, ответь, пожалуйста, Сереге, сколько его строили, мне кажется, ты больше следишь. Потому что я в один момент понял, что очень долго он строится, плюнул и больше не смотрел. Хабренко выделяется, конечно, в Кривбасе хороший форвард. Да, да, в Полесье его надо. Девятая минута. Девятая минута, Кривбас после того, как пропустил, минуты 2-3 как-то они в зависшем состоянии были, сейчас начали прессинговать. Вполне возможно, что сейчас после 10 минуты где-то пойдут моменты. Но посмотрим. Это не точно. Кривбас, Кривбас, Кривбас. Кривбас, Кривбас, Кривбас. 2.3 уже коэффициент на победу Кривбаса. И что вы думаете? Это, конечно, интересно. Это даже очень интересно. В общем, жду коэффициент 1.7 на фору 0 на Кривбасте. Беру, а что ждать? А что ждать, ребят? Надо брать. Надо брать фору 0 на Кривбасте. Если до 1.7 сейчас взлетит, то надо просто хватать. Мне почему-то так кажется. А он потихоньку будет расти. Подолье попадет в итоге. Ну вот, возможно, в принципе, так и будет. Исходя из того прогноза, который я хочу вам предложить. Думаю, сегодня верняк победа у Динеза. Почему? Почему? Думаешь, сюрпризы не преподнесет Венеция новичок? 10 минут команды сыграли. Ровно 10 минут команды сыграли. Вратарь Подоля выносит мяч.
от своих ворот. Выносит недалеко, даже центр поля не пробил, и аут для Кривбаса. Странно, он выбил мяч. Ну да ладно. Яке місто? Любомир Ходоровський. Місто Житомир. Знаєте таке місто? Знаєте такий город? Хто знає, плюс чат. Так. От я слышав, що надо вже Маню хочуть уйти. Уже Маню? Ну я не удивлен, я не удивлен. Це ж Маню, це ж для нього, йомоє, второй дом. Или третій. Ой, ребята, пробуем. 200 гривен улетело. Первая лига все плюс-минус равно, кроме Металлиста. Ну, Кривбас тоже выделяется, Александр Протюк. Не скажи, Саня. Полиция Житомира вроде та. Да, да, Любомир, да. Именно так. Подоль атакуют. Подоль атакуют. Чуть рискуем. Чуть рискуем. Но, как я говорил, коэффициент 1,7 будет. Сразу Вовка простает. Поэтому фора 0. Кривбас 1,7, 200 гривен с 300 улетела на фору 0. За 1,71 даже ставка принялась. 200 гривен на это все улетело. Соответственно, соточка пока остается. Если надо, будем добрасывать. Все, в принципе, как всегда. И за каждые 55 лайков кто-то из вас также даст прогноз. Я на него проставлю 100 гривен. Проведем розыгрыш, все дела. А почему на YouTube-канале нет трансляции? Михаил Ушаков. Миш, потому что все права на первую лигу и на УПЛ принадлежат каналам футбол. Телеканал Первая Лига, YouTube-канал Первая Лига, это тоже канал, который принадлежит футболам, поэтому они решили вот этот матч не на YouTube показать, а по своему каналу, по Футбол 2. Рискованного. Да, рисковый я парень. Но будем пытаться поднимать бабло. Огромная надежда на Кривбас. На вторую лигу тоже приймают в лайве, зараз играю багато матчу. Но я решил на этот матч, на который я смотрю и всем вам всегда советую. На который матч смотрите, на тот в принципе и ставьте. Вот это да! Подоле делает счет 2-0. Да, никогда Вовка не любил ставить ставки в лайве. А вот сейчас было бы очень выгодно поставить на Кривбас. Ну ладно, 200 гривен улетело, значит будем добрасывать до банка. Статистика этого матча 2-0, 2-0, браво, Кривбас. Ребят, вы заметили, команды, которые неплохо выступают, как только Вова начинает их смотреть, они начинают сливать, причем сливать по долю. Так было с Полесьем, который до этого выиграл, потом слил по долю. Теперь Кривбас, который дома летит на 2-0. Очень-очень плохие люди собрались на канале футбола. Очень-очень. 1x Норков. Уже да. Уже да. Ладно, я погнал футбол катать. Может, зайду еще. Жалко, Денис, что уходишь, но... Ничего тут не поделаешь. Да. Ребята... Есть просто шикарный коэффициент, сразу появляется. Я добрасываю до банка определенную сумму и проставляю его 1,75. И коэффициент точно будет 1,78. Ставка принята. Блин, надо быстро пополнить счет. Надо быстро пополнить счет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Потому что фора плюс один на Кривбас смотрится сейчас вот самое то, что надо. Самое то, что надо, поэтому надо как раз таки это и брать. Согласитесь. Поэтому я быстро допополняю счет, что-то я тупанул. До стрима это не сделал. И надо быстренько это сделать, потому что пока Кривбас не забил. А может быть и влечу сегодня. Потому что это первая лига, все дела. Но в любом случае для интереса. И действительно считаю, что это выгодно. Плюс один за 1,75. Ну это то, что надо брать. Какие БК ставишь? Всегда ставил. Ставлю только в одной БК последним временем. Последний уже почти год. И меня абсолютно все радует. Абсолютно все радует. Компания Betwinner, переходите,
Ставьте, не бойтесь даже ставить крупно, потому что вам обязательно выплатят вас выигрыш. А я уже пополнил счет, насколько я понял, да? Да. И сейчас быстро уже с телефона проставлю, с телефона будет быстрее. Так. Кривбас 1,77. Ну, упал коэффициент 1,76. 1,76. Я добросил, получается, 400 гривен. Соответственно, у нас уже банк 700 становится. На балансе 0. Фора плюс 1 на кривбас за 1,76. Это сейчас просто конфетка. Мне так кажется. Я не знаю. Я думаю, что кривбас сегодня уже до конца не опозорится настолько, чтобы слить окончательно. Но 500 гривен улетает сразу же на это все. Ну и следующие прогнозы, если кривбас начнет пробивать дно, уже надо будет более с подходом делать. О, привет, заскочил лайк, поставь, такие матчи меня не интересуют в плане ставок. Понял, Артур, привет. Ну, на самом-то деле мотивация неплохая, вот вам и фаворит первой лиги. Да, вот именно. Хорошо, что я этого не вижу. Валера, да, наверное, тебе повезло, братан. Тебе как раз-таки повезло, что ты этого не видишь. Ребята, давайте 45 лайков наберем. Сейчас 71 человек не поставил лайк. Не будьте шпионами, а именно шпионы не ставят лайки каналу Папа Нутаман. Кривбас пока в замешательстве. После второго года гола, конечно, начал контролировать мяч. Чуть обострять, но команда как-то потеряна сегодня смотрится. Я думаю, они в шоке. А вы как думаете, напишите. Команда в полнейшем шоке, я думаю. Аван, рискуешь опять? Думаю, нет. Тотал 5 меньше, коэффициент 1,5. Думаешь, прям сыграют на тотал меньше? А вдруг сейчас пойдет жара и будут команды выносить. 18-я минута. Кривбас начал нагнетать. В принципе, это заметно. Но посмотрим. Подоле, конечно, удивило. Два быстрых гола. Будет удаление 100% Дмитрий Литвин. Почему ты думаешь, Дим, что будет удаление? Тем более, говоришь, что 100%. Почему так думаешь? Почему так считаешь? Кто заподили, забыл. Первый гол забил Островский, а второй гол осталось загадкой. Так, Кривбас идет в атаку, с трудом переходит в центр поля. Что это сегодня с командой происходит? Непонятно, абсолютно непонятно. Но это уже второй матч, кстати. Такое вот что-то непонятное происходит. Я поставил тотал меньше 5. 5 меньше. Удачи, Жека, удачи. Очень выгодно, в принципе, наверное, да. Да. Много ставил. 19-я минута. Карпенко второй гол. Виталий Саня. Спасибо, Виталий. Спасибо. Спасибо. Карпенко забил гол. Офсайты, даже сайт клуба не всегда вовремя отображают информацию. И уже на 13-й минуте счет стал в пользу Подоля 2-0. Это учитывая то, что Подоле играет на выезде. А Паша гол кто? Дякую. Островский. 4 гола забить уже не смогут, уверен. То даже если 3 гола еще, то возврат. А вдруг сегодня камбэк от Кривбаса 3-2? Либо полный разнос Кривбаса. Ну, конечно, я не хотел бы это увидеть, потому что я же говорю, только посмотрю вроде такую команду неплохую, там по составу, по игре, сразу у них какой-то слив начинается. Еще один удар от Подоля отбивает вратарь. Боже мой, какой сегодня проходной двор у Кривбаса. Кривбас в таком составе с таким коучем, это вторая лига предел, Виталий Фомин. Таких прям имен особых нету, но игра команда вроде как была, многие отмечали. Привет, пиши сумму, жду. Понял, понял, братан, привет.
Так рыбался и до этого скачал гоняками 93-й забили с Невой Тернополь. Болельщики не сильно довольны игрой команды и тренером. Ага. Они продолжают радовать болельщиков, да? Тем более, я смотрел статистику обеих команд в матче, когда приходит тот меньше 4. Кто за Подолье забивал? Роман Джумакулов. Кто за Подолье забил Паша Кол? Островский и Карпенко. Боруссия Хохенхайм, ты, конечно, рискнул. Боруссия – это команда, которая потрясающая нападение, плохая оборона. И последние 10 матчей Боруссия Хохенхайм. Вот я думаю, что в этом матче они не будут много пропускать. Максимум один гол. Ну и сами как минимум гол забьют. 4-5. Ну, я понимаю тебя, Вов, но по тому, как я анализирую матчи, все-таки я вот так вот решил. Концовка месяца, отчасти, конечно, рискуем, но посмотрим, что будет в итоге. 22-я минута матча. Кривбас в центре поля. Сейчас пытается организовать атаку. Это у них вроде как получается, но последней передачи сегодня у команды нет. Просто нету, соответственно, некому отдать передачу, а может быть и есть кому замкнуть, но некому отдать последнюю передачу. А это на самом-то деле довольно-таки серьезная проблема. Посмотрим, что будет дальше. 22-я минута заканчивается. Наверное, все болельщики, которые пришли, девушки такие разукрашенные, которых показывали сначала, в шоке, наверное. Как играет команда, как стартовала в этом матче команда ихняя. Еще один опасный прострел от Подоля. Какой сегодня бешеный настрой. Вот я не могу понять, или это настрой бешеный от Подоля, либо это Кривбас настолько плох сегодня. Денис Чех, ты что думаешь? Дай футбол посмотреть. Денис, да смотри сколько угодно. Плати 189 гривен за подписку All TV. И смотри, братан. А если не найдешь, то не переживай, что ты так начал стартовать до меня, ко мне, как только впервые зашел на канал Попал Дома. Многие так начинали, но потом становились подписчиками еще постоянными. Поэтому, может быть, и соберешься. Где можно костюм Кривбаса купить? В интернете китайцы делают все. Китайцы делают все, даже такие вещи, которые вы не могли бы представить. Кто за Подолье забил, это Подолье топовый играет. Я уже сказал 4 раза, Диван на твой вопрос ответил. За Кривбас насилуют. Ну, пока что-то на это чуть похоже, я вам скажу. Завтра на Металлист минус 1,5 против Волыни. На выезде играет вроде Любомир. А на выезде это опасно. Это опасно. Все-таки первая лига, тем более хоть и в лайве, все равно опасно ставить. Есть задел у меня. Там 2200 по плюсу с личного банка. Поэтому вот сегодня могу так рискнуть, конечно. Тем более, что конец месяца. Попытаться до конца месяца там чуть больше делать, либо меньше. Посмотрим по итогу стрима. Но Кривбас пока абсолютно не впечатляет своей игрой. Разочаровывает даже, я бы сказал, игрой своей. Все печально. Ребята, все печально. На победу Кривбаса уже 4-5 ков. Лучку играет. Ну вот, вот. Тем более. После Евро стал популярен. Я думаю, это постепенный процесс. 25-я минута. Экватор первого тайма. Пока можно только похлопать Подолью и посочувствовать тренеру Кривбаса, которого сейчас показывают, он просто в замешательстве. На нем лица нет. Привет, братан. Привет, Антиграм. Привет, привет. Поставил на Кривбас минус 1,5 зайдет. Поставил на Кривбас минус 1,5 зайдет. Привет. Ну, вот если сейчас поставить минус 1,5 заков, там сколько? Сейчас ради прикола посмотреть.
Сейчас на минус полтора на Кривба дают кофе 9,8 в компании Betwinner. Но может быть и так. А хочешь платить, будешь ты. Да что ты говоришь, Денис? Я буду платить, да? Привет, друг. Привет, Женя, 19. Привет. Но лично я начал смотреть после финала Лиги Чемпионов. Ну вот. Кто тренер у Кривбаса? Я сначала думал Кривбас фора 0 ставить. Да блин, оно так вроде и смотрелось на самом-то деле, но, как видите, не получилось. Не случилось, не получилось. Так. Могу назвать полный тренерский штаб. Могу назвать просто Приходько Геннадий. Знаете такого? Привет из Хмельницкого, Хроника Хмельницкого. Привет Хмельницкому от соседнего Житомира. Гол Кривбаса в первом тайме. Александр Александров. Ну, на данный момент, да, это неплохо смотрится, смотря какой коэффициент, Александр. Кривбас, пиар Зеленского для меня один клуб металлист. Понял же. Ну, многие про это говорят. Многие про это говорят, не знаю. Привет, привет, как соперники нашего клуба в Визаре даже попало. Привет, Алекс, привет, братан. Ну, неплохая группа, конечно, но украинские команды, в общем, конечно, попались не самые легкие группы. Но так на Евро не було сильно багато стримів, став популярен на УПЛ першій лізі. Серега, шарь. Будет ничья. Роман Колесникович. Думаешь, вытащат? А прикиньте, волевую победу добудут. А прикиньте, волевую победу добудут. 3-2 там, например, еще что-то подобное. Мне позвонили и сказали, что будет 4-2, 100% инфа. Антиграм, понял, понял. Скажи по секрету, кто тебе позвонил, я никому не расскажу про это. Да. Знаешь, что Коломойский имел акции Кривбаса? А ты имел акции Кривбаса? Ох, ё-моё. Ну, знаю. Теперь уже знаю. Кривбас сливает игры Антонио Савинов. Антонио, почему они это делают? Как ты думаешь? Ребята, три лайка не хватает, и кто-то из вас даст прогноз. Кто-то из вас себя проявит, даст прогноз. Я на него поставлю 100 гривен. Это мой родной Кривбас. Тебе этого не понять. За деньги шпилишь. Это мой родной. Как это я не могу не понимать, что это твой родной Кривбас? Денис, ты начал как-то не очень хорошо общение. Ты не знаешь, кто я, что я, где я, и как-то так общаешься, знаешь, резво. Я все прекрасно понимаю. Если ты, ну, ты требуешь от меня трансляцию. Я и так стараюсь, покупая платные разные подписки, стараюсь, комментирую на постоянной основе для многих людей. Многим нравится, пытаясь помочь людям, которые не могут посмотреть трансляцию, а ты начинаешь там мне что-то говорить, что типа, покажи трансляцию, что ты тут делаешь вообще. Красава, ты лучше Хмельницкого, ура. Спасибо, Вань, спасибо. Ха, что ты не подскажешь людям, где смотреть? Ты о чем? Футбол дважды. Динамо Киев вылетает из Еврокубка, Шахтер будет бороться с Шерифом за стыки со второй командой Лиги Европы, за стыки с третьей командой Лиги Европы. Там новые правила ввели в Еврокубках, не знаю, может позже вам про него расскажу. Реально будут стыковые матчи Лиги Чемпионов. Я могу дать пароль от ЛТВ за 100 гривен в месяц. Весной в Еврокубках не увидим российских команд. Думаешь, прям все печально будет на ЛТВ за 1 гривну? Кривба смотрит на ЛТВ за 1 гривну. Он молодец, он молодец, он молодец, если он смотрит за 1 гривну. 55 лайков, ребята, первый розыгрыш. Правила максимально простые. Кто-то из вас сейчас даст прогноз, я на него проставлю 100 гривен. Я пишу цифру на экране своего телефона. Количество, как только количество слов, либо буквы «я» доходит в чате до этой цифры, кто-то из вас даст прогноз. Я написал цифру, поэтому пишем слово «я» в чат. Был у вас в Житомире месяц назад хороший город. Рад, Миш, что тебе понравилось. Потихоньку обустраивается. Не все так плохо, как было до определенного этапа. Опасная атака Кривбаса. После ошибки игрока по доле удар по воротам блокируется. Просто лицом защитник блокирует. Насколько сегодня шикарная, огромная просто самоотдача у Подоля. Защитник просто лицо подставил под удар. Это жесть.
Понимаешь, в чем ситуация? Если Зеленский не попадет на второй срок президентских, то Кривбас попадет, Зеленский таким способом подкупил Криворожан. Ого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57. Виталий Гречко. Виталий Гречко, стоп-розыгрыш, цифра была 57. Цифра была 57. Виталий Гречко, жду твой прогноз. Давай, давай, стоп, стоп-розыгрыш, продолжаем смотреть футбол. 32 минуты команды практически уже сыграли. Кривбас толком ничего не создал. Это писец. Благодаря Кривбасу Вовка может сейчас влететь. Виталий Фомин, так. Виталий Гречко, стоп, розыгрыш, давай, Виталий. Давай, Виталия, давай прогноз. Итак, за каждые 55 лайков, поэтому набираем еще лайки, и еще кто-то из вас даст прогноз. Так, 32 минута. А я. Кто-то один мог дать прогноз за вот конкретные 55 лайков, поэтому, ребята, кто не даст прогноз, соответственно, ну, так бывает. В этом матче будет ничья. Думаешь, прям перевернется все. А когда перевернется, кто что думает, напишите в комментариях. Виталий Гречко. Ты понимаешь, что это в ставках, прогнозах? А то есть много ребят на канале Попал на Доман, которые не шарят в прогнозах, в ставках. Если нет, то передавай кому-то эстафету. В обязательном порядке. 33 минута. Подача в штрафную после штрафного удара подолье, которое заканчивается тем, что вратарь забирает мяч у ворот. Виталий Гречко. Не пишем слово «я», а пишем «давай прогноз на этот поединок», либо на какой-то другой. Если нет, Виталь, значит, не знаю, видно, у него отстает трансляция, либо что-то подобное, не знаю. Гарни обои. Старался. Старался для вас, ребят. Так. Будет 1-3. Ты вчера на Бердин чуть не влетел на большую сумму, но сегодня не знаю. Это ли еще не спам? Я так понял, Виталик не видит. Сообщение код Свиденко 4-2 ждет. В общем, следующим по счету уже сплю. Виталий Гречко, давай прогноз. Или ты не даешь, кто-то другой дает. Кривбас во втором тайме включится, будет 3-2. Сергей Ананенко говорит. Ну вот я как бы рассматривал такой вариант. Я хочу увидеть, как Кривбас играет в футбол. Потому что, по сути, впервые только на стриме смотрим этот матч. Пока Кривбас абсолютно ничего не создал. Вот что самое интересное. А сыграли уже 34 минуты ровно. Я даже не знаю, чего сюда зашел. Уже сплю. Хорошо, Виталь. Следующий, в принципе, кто был после Виталия Гречко, я прекрасно запомнил. Это был DJ Shadow Music. DJ Shadow Music, Жека. Следующим был я. Нет, следующим был Жека. Легко проверить. Виталий Гречко. Проматываем вверх. Так, 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 так. Вы знаете, да, я ошибся. Я ошибся. Вова Грибанов. Вова Грибанов дает прогноз. Вова Грибанов дает прогноз. Давай его. Да, ты был, потом Жека шел. Давай, Вова Грибанов.
прям там еще забьет Кривбас. Второй тайм, думаю брать Кривбас больше полтора. Много будешь грузить. Сначала давай. Давайте уже по ходу. Давайте уже по ходу, кто там шел следующим. Вова Грибанов. Я думаю, мы сегодня наберем еще лайков, еще кто-то даст прогноз. А может быть и вне очереди кто-то даст прогноз из вас. Поэтому ни в коем случае не расстраивайся. Вова, давай прогноз, только не тяни. Не тяни, либо передай этот шанс вот Любомиру. Он очень хочет дать прогноз. Делаем тотал Кривбаса больше полтора. Да ё-моё, Виталий. Виталий все-таки с опозданием, но дает прогноз. Все, закрыли тему. Закрыли тему, Вова не дает прогноз. Виталий проснулся. Виталий Гречко проснулся. Короче, Кривбас больше полтора. 2.15, 100 гривен, ставка принята, 2.17, за 2.17. За 2.17 Виталия дает прогноз ИТБ. ИТБ, Кривбас больше полтора, 2.17. 100 гривен, это первый прогноз от подписчика. С опозданием, но Виталий все-таки успел. Это Зитки, город Житомир. Давайте, в общем, чтобы вы понимали, почему мы с вами так много общаемся, потому что команды толком не создают опасные моменты, даже толком не подходят к воротам соперника, а 37 минут сыграли, 38-я начинается, возле своих ворот Кривбас начинает атаку по левому флангу, передача и заброс вперед. Пока Кривбас остается с мячом, но по доле видно, как высоко все-таки встречает сегодня игроков Кривбаса. Может быть, из-за этого у них не получается сегодня ничего. Но пока Кривбас удивляет в негативном плане. Забье поделишь еще третий гол, Руслан Ващак. Ну, потому как Кривбас будет, скорее всего, раскрываться, если еще не будет получаться забивать. Они будут раскрываться, могут еще контратаку словить. Почему бы и нет? Вован, уже вакцинировался или не будешь? Больная тема. Лучше не будем это обсуждать, ребят. Дальний удар. Подоля прям в руки вратарю. В общем, сколько уже ударов у Подоля, а при этом сколько ударов у Кривбаса? Да практически нет их. Бред. Конечно. Три человека не хватает до 5700 подписчиков. Кривбас идет в атаку по центру. Наконец-то уже в штрафной. Игроки Кривбаса. Подача в штрафную. Сбрасывает под удар. И сумбур в штрафной площади. Игроки Подоля не могут попасть по мячу. И не воспользовались игроки Кривбаса этой ошибкой. Не могли просто вынести мяч. И тренер Кривбаса просто вне себя. Как они не затолкали этот мяч. Просто даже не попали по мячу. В общем, не пойми, какую игру сегодня Кривбас пока показывает. Какое невезение. Я сначала был в следующем. Потом, когда я уже сказал прогноз, тот, кто выиграл, сказал прогноз. Ну, бывает. Я думаю, ты не расстроился. Или расстроился об этом. Признавайся. Это просто писец, а не первый тайм. Это провал какой-то от Кривбаса, честно вам говорю. Просто катастрофа. Да, в концовке месяца, конечно, ну, что касается прогнозов, рискую. Может быть, меньше будет, даже значительно меньше, чем то, что было. Почти 3000 было. Но плюс такие матчи смотрим, плюс надо рисковать, пробовать. Кривбас нарвался на еще тех спад, начался после вылета в кубке, что случилось внутри команды. Может быть, много причин может быть этому всему, но
Ребят, 40 минут, по сути, акцентированного такого какого-то удара по воротам толком и не было. У Кривбаса, чтобы попытки забить толком не было. Был вот опасный момент, когда команда толком не смогла даже закрыть. Расстроился, ну ладно. Вова, не расстраивайся ни в коем случае. Ни в коем случае не расстраивайся. Угловой для Кривбаса. Подача в штрафную. Рикошет. И удар от ворот. Удар от ворот, я так понял, был рикошет от игрока Кривбаса. Где смотрите матч? Федор Слипченко. Федя, смотрим матч по футболу 2HD. В интернете нигде толком нету трансляции, поэтому можешь поискать. Если что, возвращайся, подписывайся вот на этот канал и будем смотреть матч вместе. Четыре минуты остается в первом тайме. Хоть что-то опасное Кривбас создаст или нет? У меня же закрадываются сомнения, что, в принципе, возможно, именно Подоле нашел какую-то свою игру. Не знаю. Потому что с Полесьем тоже было все плохо. Полесья так и не забила. Если вы помните. Ну вот, вот опасно. Кривбас атакует по правому флангу. В основном опасные атаки по правому флангу сегодня. Но опять-таки просто заброс вперед, который ничем не забрасывается, не заканчивается. Который просто сжирает защитники Подоле. Я не знаю, что за тактика на игру. Просто забросы вперед с фланга по центру. Все через забросы играется и надеется там как-то зацепиться. Надо разыгрывать. Надо разыгрывать, потому что Подоле очень высоко встречает, очень высоко линия полузащиты расположена. Три лайка не хватает до 60-го. Может, мы все-таки дожмем, ребят? За три минуты до конца штрафной, может быть опасный штрафной для Кривбаса. Будет подача в штрафную однозначно. Опять заброс, может быть просто со стандарта, когда игроки готовы, может быть и что-то и получится. А может и нет. Подача. Удар по воротам. Это чисто за прогноз, конечно, болею. За прогноз я болею. Ловрич забивает гол. 1-2. Первый, по сути, опасный момент. И Кривбас забивает в раздевалку. В концовке первого тайма. Вот это веселый поединок у нас, конечно. 43-я минута. Я же говорю, когда игроки ждут передачу, видно, со стандартами совсем другая ситуация. Не было никакого офсайда. Подача. Вратарь просто провтыкал. Ну, говорю, как есть, простыми словами. Кривбас просто провтыкал. Извините за выражение. Так, I'm sorry. Просто провтыкал момент. И да, забивает. Кривбас забил, Кривбас только победа. Подача. Вратарь не успевает выйти на эту подачу. И опережает вратаря. А кто, кстати, опередил? Тоже не объективно показывают трансляцию. Сейчас посмотрим. Какой номер? Двадцать. Сейчас. Я точно так же знакомлюсь с командой. Поэтому не могу сразу сказать, кто это, но по фотографиям сейчас мы поймем, кто это. Ловрич, Драган Ловрич забивает. Легионер, центральный защитник, опережает вратаря, который слишком поздно вышел, и счет становится 1-2. Ну, то, что в раздевалку забил Кривбас, это, конечно, может быть началом камбэка, а может быть и нет.
Кот Фиденко, Ловрич, да. Ловрич забивает. Хорват забил, да-да. Да-да. Дима, смотришь, Вилфланг, Авдяк. Смотрю по футбол 2HD. Если у вас есть возможность, смотрите там, ребят. Если нету, в интернете не найдете. Можете на всякий случай поискать. Возвращайтесь, подписывайтесь. Будем смотреть матч вместе. 4-2 будет, скриньте. Кот Свиденко. Чик-чик. Все, заскринил, братан. Заскринил. Надо бы еще заскринить твою подписку на канал. Окей, братан? Договорились? По футболному ТВ, да. Спасибо, Вова. Спасибо модератору нашему. Три минуты арбитр добавляет. Одна минута прошла, но еще две остается. В принципе, в первом тайме 1-2. Довольно-таки напряженный поединок. Команды показывают. Ну, при таком счете второй тайм будет невероятно интересным. Да и в общем, ну, по крайней мере по счету, потому что голы есть, но этот матч интересен болельщикам. Окей, договорились, кот. Я уже получил предложение от Манью. Получил предложение от Манью. Ё-моё. Ё-моё. В экстренном порядке Криштиану решил. Манчестер Юнайтед готовит для Роналду контракт на 2 года. Манчестер Юнайтед заинтересован в возвращении Роналду. И началось. Два Манчестера будут биться за Роналду. Потом еще в Реал вернется. Где бы вы хотели бы увидеть Роналду? Напишите в комментариях. Ман Ю или Ман С. Сексом Крюбас залетит, с нулем Крюбас можно играть. Артем Викторович, Тёма Викторович, ну попробовали плюс один. Спасибо тебе за трансляцию, такое ощущение, что как по старинке по радио слушаешь. Спасибо тебе, Миш, за такие слова, такие комментарии еще никогда не писали мне. Подобные писали, то есть сам факт, что люди могут каким-то образом узнавать, что происходит на футбольном поле. Но в любом случае спасибо, да. Всегда давно забытое старое рано или поздно возвращается, да? В Крюбас хочу его. А, понял, Тёма, понял. Криштиану Роналду в Крюбас, даже он же разорит вашу команду, ё-моё. Зачем оно вам надо? Кришу надо заканчивать Манью. Ну, это красиво. Это красиво, согласитесь. Это будет красиво. Кремень на последних секундах забивает Горняку Спорт и вырывает победу на 90 плюс 5 против Горняк Спорт на выезде. Вот где настоящий футбол. Вот где настоящая интрига в первой лиге Украины. Вот все. Не знали, теперь будете знать. Внимание, ребят. Спасибо за внимание. Что-то подобное. Так. Давайте сейчас подумаем. Команда выходит в подтрибунное помещение. Ну как, в подтрибунное. Я привык к топ-чемпионатам. 9 ударов Крюбаса, 2 в створ. 7 ударов, 5 в створ у Поделя. Ну, они на статистику играют по доле. По доле, конечно, выигрывает первый тайм. Лучше смотрится в первом тайме. Но Крюбас последние минуты, конечно, начал поддавливать. Ну, а куда отступать? 2-0 дома летели после ничьи агробизнесу. После того, как они пропустили вперед. Милости просим, металлист. Металлист Харьков. По доле победа. Василенко Костянтин. Пока к этому идет, но не все так просто. Предлагаю поставить 100 гривен на победу Крюбаса. Интекс. Давайте ставим лайки. Набираем 110 лайков. Это вторые 55 лайков по сумме. И кто-то из вас даст прогноз. Возможно, даже ты, братан. Я 100 гривен поставлю на победу Крюбаса. Поэтому ставим лайки, ребят. Ставим лайки. Сейчас много людей. И вот я хочу, опять же, как и вчера, проверить, насколько это все работает.
Вот у меня есть любимая цифра 77. Я сейчас вижу 69 человек, которые не поставили лайк. Вот реально, вот просто после того, как я скажу, набрать 77 лайков. Или такое нереально. При том, что я вот вижу, что люди реально есть, которые не поставили. Реально 77 лайков влупить сейчас или нет? Те, кто еще не поставил. Сейчас и проверим. С одной стороны, я хочу, чтобы Роналду был в Ювентусе, с другой стороны, Ювентус в одной группе с Зенитом, поэтому хочу, чтобы он ушел. С этой стороны, я против Манчестер Сити, но если он придет туда, я сейчас его допишет. Тебя, в принципе, можно понять, но Ювентус это уже прошедшее время, как по мне. Прошедшее прошлое время для Криштиану Роналду. Не ставьте дизлайки, ставьте только лайки. Но если ставите дизлайки, напишите хотя бы, почему ставьте дизлайки. Будем стараться развиваться. Всегда за обоснованную критику, Вовка. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Ну, вы, конечно, красавцы. Вы, конечно, красавцы. Сразу видно, что адекватные люди есть в чате, видите, даже почти Вовке доказали. Чисто на удачу, если вы болеете за Кривбас. Чисто на удачу, если вы болеете за Подолье. У нас на канале это действует. Две семерочки, 77 лайков. Моя любимая цифра набираем, и вашим командам везет. Обычно. А что эти лайки дают? Признание, как в Сан-Андреас, знаете. Подписка от Антиграмма оформлена. Антиграмм, братан, добро пожаловать на канал Папалудаман. Вместе мы сила. Думаю, сработаемся. Спасибо за подписку. По составу Манью должен брать чемпионат. Должен. Много таких команд, особенно в топ-чемпионатах даже есть, которые по составу вроде как это, а конфетка еще та, а на самом-то деле не ахти. А чё Кривбас програє? Паш, чё Кривбас програє? Фовбет стал спонсор, и ты пришел, все понятно. Денис, никогда не советовал, не буду советовать эту ужасную компанию. Фовбет. Нашим партнером является компания, которая чуть больше 3 лет, которая еще не так известна, но через год. Через полгода, возможно, она уже будет все больше и больше на слуху. Приходите по ссылке. Это компания Betwinner. Запоминайте эту компанию, поверьте, скоро вы про нее узнаете. И не забывайте ввести промокод Папан 3 пятерки, который дает самый крупный бонус среди всех букмекерских компаний всего СНГ. Кто не верит, проверьте по промокоду Папан 3 пятерки. Если введете его при регистрации, вы получаете 100 евро для Украины и других стран. И по этому же промокоду 25 тысяч рублей отдельно для России и Казахстана. Поэтому, ребята, пользуйтесь, забирайте этот бонус. Будут вопросы хоть сейчас. Вот задавайте, объясню все. Поверьте мне, больше 12 лет в сфере анализа прогнозов ставок, больше 15 лет смотрю футбол и знаю, о чем говорю, что могу посоветовать. Я первый раз на канале, мне все пока нравится, не будет трансляции, я буду здесь сидеть. Отлично, Валер, отлично, договорились, добро пожаловать на канал. Я тебя сразу заметил, адекватный парень, ты, по-моему, еще самый первый комментарий написал, если я не ошибаюсь. У меня фотографическая память. Лайк поставим, спасибо, Интекс. Спасибо, 007. Уверен на 100%, что Кривбас сейчас получит тырки в раздевалке от Приходько и взорвется. 3-2 и 4-2 минимум. Я заметил, кстати, как тренер Кривбаса в течение матча, в принципе, так орет на своих. Я так понял, там жесткая дисциплина, да? Я завтра за Ван Дейка. Ливерпуль, Челси, кто выиграет? Сложно сказать. ФБ – опасная компания, да. Ну, для меня не то слово. Те люди, которые мои знакомые, кто ставят серьезные суммы, давным-давно ушли от этой компании. Чисто направленная на узкий украинский рынок. Ну как узкий? Условно узкий. Поэтому футбол это такое себе. Ладно, что просто хочу посмотреть? А кто просто хочет посмотреть футбол, тот платит деньги. Вот так вот в Украине оно происходит. А чего ФБ плохая контора? Александр Салинка. Все элементарно просто. В частности, занижение коэффициентов по линии с общим рынком конторы идет часто ограничение в плане ставок на цельные тоталы.
То, что многим моим знакомым, которые, конечно, забили на это все, но по 10, по 15 тысяч оставили, ФБ до сих пор не выплатил. Буквально пару назад, ну, сколько, пару стримов назад, один из наших постоянных зрителей, Ваня Гензера, заходил, и он, только он, говорил, 12 тысяч зависло, уже не может месяц вывести деньги. Но, ребят, в нормальной конторе такого не должно быть. Это как минимум пара факторов. Да я сам с Кривбаса приходит, как грузит их. Понял, ну вот так и понял. Человек для вас старается, а вы дизлайк ставите. А мог спокойно пивко пить и футбол смотреть, только лайк. Я такой же позиции, по сути, с этой целью это все и дело. Поэтому рад, что многие адекватные люди это понимают. Капец, не дойду еще до того, чтобы зря играть им против Ромы. Шеффилд, скоро это будет. Точнее, с города Кривой Рог. Мой прогноз это победа Кривбаса и фора Кривбаса минус полтора. Но на данный момент минус полтора все равно выгодно. Вот по линии компании Bitwinner на минус полтора 7,8. Неплохо. Психология вылету скупка давить на кривых. Виктор Бурман. Это, кстати, много говорит о тебе, Витя. Как о довольно-таки адекватном человеке. Был бы рад такому подписчику. Обязательно подпишись. Это отдельный аспект. Есть. Это не только в украинском футболе, но и в мировом есть такой фактор психологии, когда команда вылетает, скупка, при этом явно не хотел Кривбас вылетать, то, конечно, это сказывается на потом на настрое команды, на каждый последующий матч. Я тащусь, когда порядок бьет класс. А по рематчу как конторам. В общем, это, конечно, довольно-таки серьезный бренд. В общем, это компания, которая вроде может платить, но компания, которая также по ширине линии, часто высоте коэффициента уступает тому же Бетвинеру и ограничивают также цельными тоталами. Больше одного, особенно в лайве, вы фиг поставите. Допустим, вот на Кривбас фиг поставите. Подписался. Добро пожаловать на канал. Витаю. Так, я уже как полгода смотрю твой канал. Шеффилд, ты как? Живой? Не надоел, Вовка? Вова, Фабрицио Романо сказал, что Роналду пришел меню инфа недавняя. Таир, привет, братан, кстати. Привет, привет. Ты так неожиданно зашел. Кривбас на кубок выпустили полностью запасной состав, тем самым вылетели. Но, я думаю, не хотели, да? Хотели малой кровью, да? Но Николаев, кстати, неплохая команда. Николая довольно-таки неплохая команда, поэтому можно понять, почему они все-таки вылетели. В общем, хотелось бы мою самую любимую цифру по лайкам увидеть. Это 77 лайков. Когда вернусь, а у меня сейчас клизмочка по расписанию. В общем, пока еще перерывчик можно сделать. Поэтому, ребята, пообщайтесь с футболкой, ни в коем случае не обижайте. Вовка, привет, Коль, привет, 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 привет. Братан, ты уже дома, да? Сейчас подойду и отвечу на все комментарии. Спасибо.
Вока вернулся. Так, мой 77-й лайк. Леня, спасибо. Как часто стримы? Давайте прикинем. На этой неделе, с начала недели, по-моему, один день пропустили, а может быть и нет. Но исключение будут эти выходные, конечно. Ну, по крайней мере, воскресенье точно, потому что у жены юбилей, поэтому будем праздновать. Точно не будет стрима. На канале Попало Даван тоже точно так же еще и видосы есть. Поэтому, ребята, обязательно смотрим. Вот сейчас можете посмотреть, кстати, зайти. Видео про матч Шахтер-Монако. Видео про шансы украинских команд, про сенсацию, которую все-таки сотворил украинский представитель в Лиге Чемпионов. Знаю по своему опыту, что паре матч после того, как захочешь вывести сумму 60 тысяч гривен, будут возникать проблемы, то паспорт, то еще что-то. Ну, в принципе, такие моменты во многих конторах могут возникать. И ТЭКС на самом-то деле. Верификацию пройти рано или поздно в любом случае надо. Это на самом-то деле даже отчасти там показывает уровень конторы в общем. Главное, чтобы потом выводили. Ну вот тот же Bitwinner, опять же таки, пользуясь случаем, кину вам ссылку, чтобы вы зашли, оценили, а дальше уже ребята обычно делают сами выводы, только благодарят Волку, что посоветовал. Так вот, в Bitwinner больше 3 месяца назад мой знакомый вывел 14 тысяч баксов. Ну там почти 14 тысяч. При этом 4 тысячи выигранных и 10 своих, которые забросил. Но в любом случае вывел, причем за 3 раза. По-моему. Ну да, да. Поэтому надо подходить. Все-таки я уже за больше чем 12 лет, наверное, могу вам, опыта моего, могу уже посоветовать что-то, какую-то компанию нормальную. К тому же не забывайте про промокод по Пантре Пятерке, который вот, в принципе, как раз-таки бросает в чат Таир, по которому вы можете получить еще 100 евро. Забрать свои 100 евро, вводите промокод при регистрации, и все у вас отлично. Будут вопросы в любой доп. Ресурс, самый развитый из которых, в принципе, это мой Инстаграм. Кстати, в Инстаграме, в Телеграме. В Инстаграме все похоже, в принципе, как и на канале Попало Даман. Там почти 3000 подписчиков. Это мой личный Инстаграм. Ну, как бы больше Инстаграм Попало Даман, можно так сказать. Куча всего интересного про футбол, и каждый день стараюсь давать прогнозы в такой вот интересной, скажем так, обвертке. Первый раз тебя смотрю и сразу подписался. И такое бывает, как странно, потом такие люди больше всего смотрят, сразу понравилось. Некоторых просто мой фейс, мои 4 глаза не нравятся, и такое бывает. Так вот, ребят, я кинул ссылку на Инстаграм-чат, давно не проводил такой интерактивчик. Может быть, найдутся такие люди. В общем, если кто-то из вас сейчас подпишется на канал Попало Даман, я покажу этого человека, поставлю ему лайк и, в общем, сделаю вам бесплатный, по сути, пиар. Поэтому, ребята, обязательно подпишитесь. Обои жена выбирала. Прикольная, как настроена юбилей, сюрпризы, при которых хоть и молочная, все равно будет приятно. Да, но обои, в принципе, выбирал я, так как я работал долгое время в сфере строительства, чуть как бы понимаю. В общем, это, чтобы вы понимали, это довольно-таки качественные обои. Камера точно не передает, мы как раз на новую камеру собираем. Эта камера не передает, на самом-то деле, ну, я простой парень, но просто качественные обои выбрал. Рулон 3 года назад стоил 1300 гривен. О, Зиткеля сам, мистер Житомир. Думаю, знаете, да, компания Руть, житомирские носки, все дела. Поэтому, Алекс, вроде смешно-смешно, но они хорошие, они хорошие. Меня не напрягают, но многих могут, конечно, напрягать. Но я же простой парень, себе вот дома. Многие отмечают, что смотрят футбол вместе с Вовкой, как будто дома сидят где-то с компанией, все дела. Вот атмосфера этих обоев как раз-таки. Обои передают эту атмосферу.
Так, в общем, начался второй тайм. Уже минуту команды сыграли. Была неплохая атака от Подоля и ответная атака от Кривбаса по правому флангу. 11 номер Кривбаса мчит, простреливает. Ошибается при выносе игрок Подоля. Можно пробивать поворотом. Нет, не дают пробить. Атака Кривбаса продолжается. Сейчас опять будет подача в штрафную. Есть подача угловой. Угловой Кривбас зарабатывает. Очень активно начинает. Показывали тренера Кривбаса. Он просто был... И шел, и у него, короче, скибы ходили. Короче, ну типа... Типа задрали. Сколько можно так играть? Так, дальний удар, очень легкий, заблокированный, ничем не заканчивается. Удар от ворот для Подоля. Нет, на английском неудобно, русский, когда правда фраза, а вот там все писали, приходили на Манчестер Сити. Ну да, после обеда условно там по Киеву вообще началась вот эта информация, что Роналду уже не в Сити, а в Юнайтед может перейдет. Ну, в Юнайтед это было эпичнее, конечно. Странно, что они сразу не включались. Не было фола в атаке от игрока в Кривбаса. И поэтому атака Кривбаса продолжается. Татарков не фолил. Да, конечно, хочет сразу доминировать на футбольном поле Кривбас, забрать мяч под свой контроль. Это видно с первых минут второго тайма. Посмотрим, что получится в итоге. Если в два мяча Кривбас влетит, ну это жестко будет. Это будет жестко, к сожалению. На самом-то деле, весь второй тайм еще есть. И у Кривбаса, и у Подоля, чтобы что-то изменить в этом матче. Русский сад всегда немного отстал, и они сообщают новость через 10 часов. Что проблема с английским? Я доверяю английским источникам. Ребята, читайте Марку. Она всегда все расскажет, как есть. Много борьбы от команд, но Кривбас проводит начало второго тайма полностью на половине поля соперника. Это видно. Это бросается в глаза, вы знаете. Боже мой, еще одна ошибка на выходе вратаря. Боже мой, браво команде с Хмельницка Подолю. Просто позор вратарю. Позор вратарю. Кривбас 2-2 счет делает. 2-2 счет делает, ребята. Подача в штрафную. Опять вратарь поздно выходит. И затылком сразу напомнилось мне, как я когда-то играл в футбол, особенно в школьные годы. Там часто можно было забить. Идет подача. Обычно неопытные вратари. В школьные года, ребят, в школе, да, конечно, они неопытные, а тут же профессиональный вратарь. Они не выходят, и ты, типа, затылком подрезаешь и забиваешь. Боже мой. Я не знаю, антигерой Подоля это вратарь сегодня. Это просто жесть. Конечно, защитник ему тоже помешал. Защитник помешал. Ну, тут, короче, конечно, вратарь на 55-60% виноват, на 40% защитник. Подавай показывай, кто был бронзовый во второй лиге. Ты можешь доверить себе матч бесплатно. Руслан Ващак нигде нельзя. Руслан Ващак, впервые вижу такое имя на канале и фамилию. Поэтому, братан, подпишись. Хух, 1х за 2,5 пока зашибись. Любомир, удачи. Я же говорил, что Кривбас выиграет. Уже сравняли. Интекс, будем верить. Я думаю, Кривбас все-таки выиграет. После 2-2 уже можно сказать, Валера, что выиграет, да? Кто забил? Да ё-моё. Что ж за дела-то такие? Лысый парень. Лысый парень, которого я сейчас найду на сайте Кривбаса. Надеюсь. Да, нашел. Дебел Караман. Нападающий, 27 номер. 93-го года рождения.
комментарий выше. О, нужно смотреть Марко Фабрицио Романо, Ди Марцио, Эль Чирингито. Кстати, Эль Чирингито не слышал. Ле Парижен. Да. Таир правильно говорит. Ребята, те, кто спрашивают, где посмотреть матч, реально можете посмотреть в компании нашего партнера, но там нужна регистрация с внесением депозита минимального, там 20-30 гривен, но нужно депозит вносить, чтобы смотреть футбол. Поэтому, как вариант, но чтобы ко мне потом не было претензий, что там не говорил про регистрацию, не говорил про депозиты и прочее. Все-таки гол в раздевалку перед первым таймом изменил многое. Если бы Кривбас только первый забил, все равно по-другому матч бы проходил. А так забили перед перерывом и сейчас тоже забивают. Поэтому вот как-то так. 53-я минута. Ребят, ну достаточно времени еще в первом тайме играть. О, потому что им сообщают клубы инфо. Я не уверен, как Реал Мадрид сообщает информацию о спортсмене чемпионата. Как они это? Заходят кто-то с редакторов Sports.ru либо чемпионата на сайт, допустим, марки, выбирает русский язык, перевести на русский язык и новости тырит. А что вы думали? Как Вовка тырит бывает у футбол UA, например. Это жесть, ребята. Надо тырить у сильнейших. Ладно. Не надо тырить, это надо ж пользу нести вам. А не рассказывать, что надо где тырить. Так, 54-я минута. 54-я минута. Кривбас доминирует с начала второго тайма. Полностью. Целиком и полностью. Пока не узнать. Подолье по сравнению с первым таймом. Но, возможно, эта ситуация каким-то образом изменится. Возможно. Но это не точно. Так. Сейчас буквально секунда, ребят. Буквально секунда. Все, возвращаюсь к вам. Еще по Болонье Олимпик думаешь? Не думал. Мне почему-то хочется пропустить этот матч. Либо, если что-то советовать, больше на Болонь. Да, наш дома играет что-то на Болонь. Польза Болонь. 81-й лайк. Александр Бойко, спасибо. Спасибо, ребята. Если реально, давайте 100 лайков наберем. В атаке Кривбас. Передача на 11 метров с фланга, куда? Никому, просто, видно, на тренировке натренировали отдавать на 11 метров, а там никого не было. Просто, несмотря, отдавал. Ой-ой-ой, а здесь опасно. Срыв атаки, это может желтое быть, конечно, это 100% желтое. 55-я минута. Игрок Рюбаса получает желтую. Как ты думаешь, Кривбас выйдет в ВВ? Если нет, то кто, по твоему мнению? Кривбас это явная сила, которая претендует на первую лигу. Это уже как-то обозначилось даже у некоторых команд и вообще болельщиков в Украине. В принципе, первыми результатами они, в принципе, это показали. Металлист, безусловно, нужно рассматривать, и я не знаю, что должно повлиять на металлист, чтобы они не вышли. Остальные команды нужно еще смотреть, но я бы все-таки с металлистом вместе ставил как раз-таки Кривбас, по крайней мере, на данный момент. А все остальные команды, ух, там надо уже, конечно, смотреть. Сложно сказать даже, кто прямо выделяется. Приходь к воротнику, денег занес в перерыве. Может быть, Миша, может быть. Ну, вратарь, конечно, его два гола, неудачи на выходе и прочее.
Почему нету нормальной трансляции? Павел Линч. Я не понял, Паш. В смысле нет нормальной трансляции? Это не нормальная трансляция? Стараюсь для вас, чтобы вы могли каким-то образом посмотреть футбол, потому что в интернете нету нигде трансляции. Транслируют по платному каналу. Покупаю платную подписку. Общаемся, обсуждаем, отвечаю на ваши вопросы. Поднимаем деньги. Многим нравится, как я комментирую. Паша, ты о чем? Каждый зарабатывает как может. Ну да. Тем более на канале «Попал на удоман» многие из вас могли бы получить доп. Доход, а прогнозы – это часть канала «Попал на удоман». В первую очередь канал про футбол с юмором на процентов 75, но у нас 25% связано с прогнозами, аналитикой и ставками. Поэтому, ребята, за первые 8 месяцев, вот уже почти 8 месяцев, полных 2021 года, мы уже получили без пары гривен 1000 долларов доп. Дохода. Что является неплохим доп. Доходом даже в среднем за месяц. Можно было просто онлайн матч смотреть, за тебя ничего против не имею. Тебе отдельное спасибо за трансляцию. Спасибо, Паш. Спасибо, мы друг друга поняли. Ну, я понимаю ваше разочарование, но футбол решили показать этот матч по своим каналам, а не по Ютубу. Ютуб канал Первая Лига, кто не знает, тоже принадлежит футболу. Вперед, Кульбас, мы с тобой. Я за вратаря. А, ну да, понял. Занесли ему денежку, один раз хейт выдержит, потом можно еще раз в следующем круге, там, например, денежку ему занесут. Не, ну это ваши, конечно. Я не совсем верю в такие вещи, хотя они есть. Посмотрим, что будет дальше. Кривбас входит в штрафную площадь, не дают подать, передача на фланг, с фланга уже подача в центр, отбивается по доле, но подбирают игроки Кривбаса мяч. Опять заброс вперед, опять мяч теряется, но Кривбас остается с ним. Ой-ой-ой, опять фол, два игрока противоположных команд столкнулись. И корчится от боли на газоне. 59-я минута заканчивается. В чат ссылку на ВПК Прикарпатье можно скинуть, ссылка как канала Первая Лига. Да, ВПК Прикарпатье, кому интересно, можете посмотреть, в Ютубе есть, вот наш модератор может скинуть. Спасибо, Таир. В принципе. Поэтому в плане прогноза много кто может вам что там обещать, судить и прочее. Самое главное, я никогда ничего не придумаю и не смог бы придумать, если бы не было реальных вещей. Не было реальных вещей. Есть доп. Доход четкий в доп. Ресурсах, в Телеграме, в Инстаграме, можете увидеть на канале, YouTube посчитать. 1000 баксов мы почти получили по прогнозам. Ну и всегда интересно про футбол много вещей. Про украинский футбол в том числе. Как скинуть тебе денег на камеру? Я просто зеленый таких вопросов. Саша Жуков, во-первых, я тебе сразу благодарен за желание помочь каналу «Попал на удоман». Есть два способа. Так как ты не совсем разбираешься, наверное, второй способ для тебя лучше. Есть просто номер карты, я его бросаю в чат, он есть в описании к этой трансляции. Также есть там, ну, в принципе, ссылка на трансляцию, но это этот сервис, через него вы можете написать какой-то комментарий, на экране стрима он озвучится, но там будет комиссия сервиса и прочее. Можете просто на карту скинуть. Можете на камеру помочь, на развитие канала помочь и поблагодарить за трансляцию, ссылка на донат улетает в чат, по этой ссылке можете перейти, выбрать карточку, сумму, и донат также придет. Все ссылки, карта также есть в описании под этим видео. Спасибо всем за желание. Все оплачено, гол за Кривбасом через пару минут, ловите. Антиграм, ты уже договорился, братан, да? Даже на YouTube-канале Кривбас не трансляция раньше были. Ну, тут уже совсем другая ситуация. В этом сезоне
Первая лига и УПЛ вся выкуплена каналами футбол, они монополисты в этом плане. Подолье еще добавляет с каждой игрой. Подолье смотрится довольно-таки неплохо. Хорошее впечатление после матча с Полесьем, вот после матча с Кривбасом, если бы еще вратарь не чудил. Я писал в первом тайме, что будет ничья. Ну да, понял, Антиграм, понял. 62-я минута. 62-я минута. Я, кстати, говорил, кто подпишется на мой инстаграм, сделаю вам бесплатный пиар, поставлю лайк. Вот Игорь Харачук, есть такой парень, подписался, лайк от меня получил. Спасибо за подписку. Во, что думаешь о группе Кайрата и Зари? Надо разбираться. Я, в принципе, смотрел. Если не ошибаюсь, вы же с азербайджанской командой попали, да? В одну группу. Или нет? Или я что-то не то увидел? Я думаю, что я заметил вполне конкурентная реально группа. Просто не назови мне полный состав, чтобы я сейчас не искал. Что думаешь про Энгулец? Я думаю, что она себя показала уже даже в предыдущем сезоне. Сейчас максимально недооцененная. Очень сильно не хотелось бы, чтобы эта команда вылетела. Никаких каких-то... Чисто по игре. Я обычно нейтрально, потому что вы болеете за разные команды. Но не хотелось бы чисто, чтобы по той игре, которую я им показываю, чтобы они вылетали. Все-таки не все так плохо. Всем привет, привет. Вылет стоп. Крыба забили два гола близнеца. Головой стали игроки спиной до ворот. Да, и вратарь ошибся на выходе. Заря должна проходить, если не будет так плохо. Бронька Райд займет третье место за Базелем и Карабахом. Ага, Базель, Карабах. Полный состав выше. Мы к Карабаху, Базелю и Амонии. Я считаю, что можно выходить, хотя Карабах очень неплохо смотрит. Смотрел их поединок против Абердина. Базель, конечно, тоже. С Амонией надо бороться, вообще не расценивать. Ну и Карабах, Карабах обыгрывать. Честно говоря, блин, братан, наверное, я тебе скажу правду, очень сложно. Карабах очень хорош, наверное, с ними и будете бороться. Там уже как пойдет. Ну и по Заре вообще огромные претензии и сомнения, честно вам говорю. Всем украинским командам попались довольно-таки серьезные соперники в Еврокубках. Рома. ЦСКА София, который дома точно потрепает нервы и вообще на данный момент, если брать форму Зари, ничем не уступает. И Буда Глимт, команда, которая реально сейчас впечатляет, реально крутейший футбол показывает, в квалификации вообще писец. Мне кажется, вообще у Зари нет шансов против Буда Глимта. Хотя, может быть, Заря удивит. Нам дали очень сложную группу. Голов больше не будет, расходимся, меньше 4-5 ничья. Александр Александров. Ты думаешь, не будет? Ну, 25 минут плюс добавочное время. Маловероятно, что тут меньше 4-5 будет. Я думаю, букмекеры не верят в это. 2,67. 2,67 в компании нашего партнера. Кто не верит, проверьте, дают на это все. 2,67. Ребята. Поэтому, ну, может быть, Александр и окажется, Саня, прав. Но, честно говоря, не знаю. О, розыгрыш за стрим JBLC будет. Нет, там не было розыгрыша вообще, не предусматривалось. Как бы. Ребят, давайте 90 лайков наберем. Вообще не продвигаемся, поэтому я надеюсь, что все-таки все будет отлично. Симуляция. Симуляция в штрафной площади.
И Хабленко получает желтую карточку за симуляцию, просил пенальти. Да, его держали, он заваливался, но обычно за такой пенальти не ставят. Понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работу. Саня, спасибо. На работу, понемножечку, помаленечку. Клифф Басс, мы с тобой. Спасибо. Спасибо, Александр. Нормальная сумма, приличная сумма, 100 гривен, еще и с комиссией. То есть ты оплатил комиссию за меня дополнительно, то есть я точно получу 100 гривен. Такие, какие они есть, такие, какие ты мне их отсылал. Поэтому спасибо тебе огромное за такой донат. Как ни странно, как-то раньше ребята больше донатили. Последние стримов 10, наверное, 100 гривен даже не было доната. Поэтому это еще нормальный донат за последнее время. Спасибо, спасибо огромное, очень приятно. И Клифф Басс, мы с тобой. Саня за Клифф Басс. Если бы дали, надеемся, так, если бы дали Наполи, Лестер или Лацио, и Марсель, только Рад бы точно вылетел. Спартак и Локомотив за первое место в своих группах. О, за стрим Шахта Монако уже проводили. Как бы. Проводили как бы. Так, в центре поля. Второй номер по доле сейчас корчится от боли. И Татаренко, единственный номер Клифф Басса, тоже столкнулись. И туда медицинская бригада быстренько выбежала. В общем, сейчас, конечно, нога в ногу. Подкат в подкат, нога в ногу. Причем в колено так сыграл. Одиннадцатый номер Клифф Басса. Игроку Подолья. И видно сразу было, он начал. Там начал, короче, что-то непонятное делать. Как поставить игру? Александр Оленский. В интернете никак. На платном телеканале транслируется. Теоретично Шахта может спробовать выйти из группы Дежавю. Ну да, группа Дежавю. Только Боруссию забыли. А так, да, точно. Можно, можно пробовать. Но, ребят, очень прикольно, что еще и Шериф попался, да, с Вернедубом, моим земляком в Житомирской области. Тренирует он Шериф. И впервые там исторически вывел Шериф в групповой этап Лиги Чемпионов. Железно Лигу Европы надо забирать Шахтер. Я походу проговорил, потому что поставленный Динамо Тотал поделят 2,5 больше. К сожалению, всякое может быть. Еще 21 минута, плюс добавочное время играть. Заполесье Подолье поставил победу Лестера. Мой Заполесье Подолье точно не проводили. Как раз таки Вова тогда и дал прогноз, по-моему. Как это так мы не проводили? 7 лайков не хватает до 100. Первая юбилейная такая цифра. Может быть, еще успеем даже кто-то из вас прогноз дать. Хотя 110 надо набрать. И там было меньше 110 лайков. Вова помнит, молодец. Минус 4 гривен, 400 гривен, думаю, не забьют. Я в любом случае желаю тебе удачи. Да, Подолье пока смотрится не очень, но вот сейчас контратакуют. Только вспомнили, контратака Подолья. Нет, не сумел принять мяч игрок Подолья. И защитник Клифф Басса выносит вперед, начиная атаку своей команды. Но опять перехват Подолья. Вторым темпом, можно сказать, Подолье атакует. Я запись смотрел, там 167. 70-я минута заканчивается. Ровно 20 минут плюс добавочное время остается. 2-2. После того, как в начале тайма Клифф Басс сравнял, идет максимально напряженная игра. Вот вы любители поспорить. Два модератора собрались, любители поспорить. Сейчас по углам вас разведу. Привет, братан. Привет, Дима. Привет. Каждый, кто зашел, влупите лайк. Кто поставит 100-й юбилейный лайк, втройне вас отмечу.
Боже мой, какой момент у Подоля! Какой момент у Подоля? Руслан Ващак, который ставил на третий гол Подоля, я тебя сочувствую. Сумбур был в центре штрафной площади, ближе, чем 11 метров, где-то 5-7 метров до ворот, наверное, 5 метров до ворот, с 5 метров до ворот, бьет по воротам 15 номер и не попадает в ворота. Не попадает в ворота, боже мой, аж начали орать. И он, и другие игроки Подоля, насколько опасный был момент. Это просто ужас. Как они не запхнули, как же ж повезло Вовке. С форой 0 особенно сейчас. Вова, я хотя бы не говорю, что Каррера лучший тренер мира. 72-я минута. Спасибо за 100 лайков, ребят. Слава богу, да. Кривбасу повезло, не то слово. Чисто вот из-за этого момента, из-за того, как Подоле начало матч, может быть, даже чуть заслужили на очки в этом поединке, если бы не ошибки вратаря, конечно. Да, думаю, Манчестер Юнайтед клуб официально объявил об его переходе. Чего? Да, ребята, на... Вот, Мар... Вот вам и новость. Ровно 15 минут назад стало известно, что Роналду становится игроком Манчестер Юнайтед. Официально. Жесть. Кривбас. Атакует Кривбас. Ой-ой-ой, как обрезает свою команду. Защитник. А не Мансити, в Манчестер Юнайтед. Я в шоке. Я поставил 100 лайк. Спасибо, Дима. Спасибо, спасибо. И еще раз спасибо. Алексей Агафонов. 2-2, наверное, так и останется. Посмотрим. Только Кривбас, только победа. Рома Ниров. Рома, удачи Кривбасу. Жесть. Да, да. Ну, честно говоря, это эпичнее. Это эпичнее. Он там начинал. Если там еще каким-то образом закончит карьеру. В Манчестер Юнайтед это покруче. Это покруче. Я хоть толком посмотрю и смогу сказать, что типа я помню, как Роналду играл за Манчестер Юнайтед. Потому что в первое его пришествие я не помню. Тики Кривбас. Много ребят за Кривбас сегодня. За Подоле тоже хватает. Мяч круглый, не то слово. Не то слово. Наверное, это даже интереснее. Хотя теперь Месси с Роналду не сыграет. Ё-моё. Манчестер Сити с ПСЖ попался. Сульшера есть топ-форвард. Да, да, да. Вот кто-то из вас писал, не помню кто, честно, что с таким составом Манчестер Юнайтед может выигрывать АПЛ, но вот с таким составом уже легко. Этот состав превосходит практически все составы английской премьер-лиги. У кого лучше состав, чем вот сейчас у Манчестера? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кривбас забивает гол! Ребята, я чуть порадуюсь только за свой гол. И из-за того, насколько этот гол красивый. Ой-ой-ой, как красиво забивает Кривбас. Вратарь даже не тронулся в сторону. Просто браво такому голу. Волевая победа Кривбаса, ребята. Волевая победа Кривбаса. 3-2. 75-я минута. Рябов. Рябов забивает за Кривбас. Рябов на правах капитана команды. Мяч отлетел за пределы поля после того, как игрок Кривбаса хотел пройти дальше в штрафной площади, вот от него отлетел мяч за пределы штрафной, и обводящим ударом Рябов, ребята, показывают траекторию, я сначала не заметил траекторию, он просто в угол залетел, думаю, ну в угол залетел, красиво, красиво. Вот таким вот обводящим ударом, которым он обвел и защитников,
прям под штангу, прям как в бильярде залетает мяч, красивейший гол, честно вам говорю. Даже для болельщиков, в принципе, Подолья, вам не должно прям так обидно быть, но это сложно было потащить из-за защитников. Вот здесь вратаря винить нельзя, здесь защитники. Любовь, родной моя любовь, удержать, ну да. У Сити и Челси лучше. Сити точно нет, но вот Челси еще куда не шло. Да, Челси еще никуда не шло. Спасибо, Таир, что напомнил. Только кривбас, только победа. Наворотник дно. Ну, здесь, конечно, защитники перекрывали ему вид. Ссылку на матч. Нравятся мне такие ребята, Дмитрий Пивоваров. Ссылку на матч, быстро. Быстро мне ссылку на матч. Не привет, ничего, ссылку на матч. На тебе ссылку на матч, но там нужна регистрация. Так, треба гол поділя. Удачи, Руслан. Інгулець Петрова закрив бас. Понял, точно счет 4-2, кривбас берите. Блин, ну реально же говорили 4-2. Если так и будет, то это, конечно, шикарно. Я вам скажу, кто-то узнал. Камбэк, не то слово, камбэчище прям. Кто-то сначала говорил 4-2. Говорил, а вы смеялись, говорили. На канале попал Лудоман, но чудеса очень часто случаются. Вот сегодня Александр Жуков скинул донат. А сегодня юбилейный, ребята, 240-й стрим. И Вовке не хватает 200 гривен для того, чтобы вывести на донат и не ждать 5 дней. Да, там есть такие правила. Поэтому, ребята, ссылка на донат улетает в чат. Благодаря Вовке вы уже практически подняли деньги. И часто поднимаете. В общем, стараюсь для вас. Комментирую. Если кому понравится этот стрим, обязательно закиньте. Я эти деньги сниму, отложим на камеру, все дела. Поэтому ссылка на донат в описании к этой трансляции. Также она улетела в чат. Ребята, был бы благодарен даже за минимальный донат, а минимальный донат 10 рублей, 10 гривен. 12 минут остается, Кривбас уже выигрывает. После того, как 2-0 Подолье выигрывало. Подолье выигрывало 2-0, но Кривбас пока добывает волевую победу. Красивую волевую победу, конечно. Ну, те, кто сегодня пришел на стадион, он заполнил полностью. И те девчата, которые пришли такие разукрашенные, ну, чтобы искать тут, наверное, себе женихов, по-другому я не понимаю, только мужики же ходят на футбол, все дела. Сегодня Кривбас сначала их расстроил, теперь, наверное, порадовал. Поставит меня прогноз, точно счет 4-2, пожалуйста. Интекс. Конечно, я за Кривбас. Счет я взял, что составил меню лучший ВПЛ. На том же трансферном трансфермаркете состав Ман Сити на 100 миллионов превосходит состав Ман Ю. Но стоимость — это не показатель качества в футболе и в топ-чемпионатах, и не в топ-чемпионатах, Алекс. Да, я забыл про Челси. Челси, конечно, чуть-чуть тягается сейчас, особенно после прихода Лукаку, тем более. Поэтому сложно. Потому что Ман Ю уже 100 лет не может показать, что в ЛЧ. Ну, типа Манчестер Сити что-то прям показал. Пришел бы на стадион, но только сработает топовое. Понял, Рома? Понял. Ну, ничего страшного. Поставь хотя бы ИТБ Кривбас 3.5 больше Интекс. Ребят, давайте мы по-другому это сделаем. Если наберется в чате сейчас хотя бы 10 плюсов, 10 плюсов от разных людей, не включая Интекса, я проставлю по его прогнозу там на 4-2 либо на 4 гол. Поэтому, ребята, плюсую в чат, кто хочет увидеть ставку от Интекса, чтобы я проставил 100 гривен на его прогноз. 10 плюсов. Помаленечку, я жду плюсы и танцую. Посеречку. Саня, спасибо. На работу понемножечку, помаленечку. На Вовка. Только кривбас и только победа. Просто красавчик, спасибо. Топ-донатер за последнее время, за последние 10-15 стримов. Спасибо огромное. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
7. Интекс плюс не считается. Давайте, ребята, еще 3 плюса. Кривбас чемпион. Сити финалист, Челси победитель ЛЧ, а Манью даже с группы не вышел. Мы, по-моему, составы оцениваем, а не достижения. 90 плюс, Серж плюс, Алексей Иванов плюс, Наталья Силкалян плюс, плюс, плюс. Все, пошли плюсы, проставляю. Точный счет 4-2, либо индивидуальный тотал больше 1,5. Что лучше? 4-2, коэффициент 4,1. 100 гривен улетело. Ё-моё. Надеюсь, не деньги на ветер. Прогноз Интекса. Братан, тебя поддержали. Такое не часто бывает на канале Попал на Даван. Ты подкупил ребят чем-то. Спасибо огромное Александру Жукову за 200 гривен. Спасибо, братан, это очень крутой донат. Спасибо за такое вложение. Мне безумно приятно. Жалко, что только Александр Жуков сегодня за всех отделывается. Но ему, безусловно, спасибо. Прописываем этот прогноз. 100 гривен улетело, 4,1 ков. Поверили вы в Интекса? Надеюсь, Вовки на 100 гривен не улетят просто так. ТС 4,2. 4,1. 100 гривен улетело. Все, держим, держим, держим. Пальцы. Будет 4,2. Кушнянка Паша. Больше колбаса, больше донатов. Больше колбаса, больше донатов. Дима, Димка, давай, давай, начнем с себя, с тебя донат. Когда Кривбас будет транслировать, не будет транслировать YouTube, то всегда, всегда к Вовке заходите. А для этого подпишитесь, включите уведомления. А вы еще не видели видосы канала Попал на Даван? Всегда с юмором, всегда полезно и интересно. Посмотрите, ознакомьтесь. Для этого тоже подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропускать. Кстати, это тоже очень важно. Практически на любом YouTube-канале видео это тоже очень важный момент. Поэтому, ребята, те, кто новые подписались, старые, как только будете видеть видео, поставьте лишний раз лайк. Посмотрите как можно дольше, если будет интересно, правда. Видео. Напишите комментарий, это все поможет развитию канала. Все, всем спасибо. Спасибо огромное. Но мы еще не расходимся. Не дождетесь. Кривбас выходит в УПЛ. Рано еще говорить про это. Надо, чтобы и судье что-то прилетело, но что тогда 4-2 будет. Но надо обращаться к Сане Жукову, чтобы он и судьей рассчитал. Вот теперь последние минуты будет еще жарче. Да, да. Кстати, по доле до последнего может еще побороться, ребят. Один гол, ничью может вытянуть. 84-я минута заканчивается. 6 минут плюс добавит арбитр, наверное, минуты 4 минимум, я думаю. Сергей Саган, поделя. Серега Саган за поделя. Ставим лайки. Ха, да, да, да. Саня спонсор сегодняшнего стрима. Дай ссылку на матч. Объясните Дмитрию Пивоварову, то есть Пивовару, где можно посмотреть футбол, где нужно смотреть сейчас футбол, где интереснее, чем по телевизору. 85-я минута. Кривбас имба. Кривбас пока отбивается. Подолье давит. 5,5 минут остается. Спасибо огромное Александру Жукову. Да, будет. Ух, какой удар Подолье, боже мой. Сегодня, если не попадает по воротам, то тащит вратарь. Передача с правого фланга на 11 метров, где голову на максимальной скорости полета мяча подставляет 17 номер Ингульца. Под перекладину мяч летит, и вратарь вытаскивает мяч. Если бы мяч полетел в любой из углов, а не туда, где вратарь стоял, это был бы гол. Опять везет Кривбасу и не везет, соответственно, вы поняли, кому. Останется Т2, Кривбас в оборону сядет. Ну вот пока сели. Таран лучший. После Манью Роналду придет Спортинг. Его Грибану скажет, что Спортинг победитель. Боже мой, еще момент в Подоле. Все, все. После этого момента можно заканчивать эту игру. Подоле сегодня не прет. Боже мой. Ребята, пересмотрите потом этот матч.
это даже не метр до ворот, это полметра до ворот, бьет по головой. Игрок по доле попадает в перекладину, после этого уходит мяч за пределы поля, лизнув перекладину. Меньше чем метр до ворот бьет по воротам игрок по доле и попадает в перекладину. Я не знаю, что ели игроки Кривбаса. Ну, знаете, говорят, если ты там типа в детстве что-то не очень хорошо пахнущее ешь, то тебе везет. Вот походу что-то они ели. Это жесть. Как Кривбасу везет. Повторы по любому смотреть буду. Один момент не попадает буквально с 5 метров, по сути, не расстреливают пустые ворота. Не попадает с полуметра. Что я еще забыл? Еще какой-то момент был. Идет Карат на замену Лови. Вова Гриван скажет, Карат победил Че. Вова гнет свою линию. Таир, ты не понимаешь. Если Роналду перейдет в четвертую лигу Англии, то я съем свои тапочки. На ужин, на завтрак и на обед. Тоже. 4 человека не хватает до круглой цифры по подпискам. Ребята, кто еще не подписался, подпишитесь. Ты что гонишь? Везет сильнейшим. Дима, Димка, я ничего не гоню. Самогонный аппарат у меня где-то в селе. Я говорю как есть. Кривбасу везет. Есть такая пословица, и в данном случае она соответствует Кривбасу, который побеждает и везет сильнейшим, потому что они сегодня сильнейшие, они побеждают. Но это бешеные моменты, которые не реализовала Подоле. Это мне напоминает Зарю. Зарю. Все-таки уровень футболистов, вот, можно говорить невезение. Но почему-то про украинские команды в последнее время хочется сказать, вот сейчас Подоле, Заря. Это не просто невезение. Это невезение из-за низкого уровня отдельных игроков. Вот чисто мое мнение. А почему нельзя вывести тим на трансляцию рядом? Саня, права принадлежат футболу, они подадут жалобу, забанят канал, забанят трансляцию, и больше вы Волку не увидите. Какой везет скилл. Скилл перекладины. Привет вам, привет. Привет. Ха, везет, чел. Ребят, я понимаю, что вы болеете всей душой за Кривбас. Но надо адекватными быть. Кривбас выигрывает, поэтому не бомбите, ничего, реально. С полуметра в перекладин. С 5 метров в пустые ворота не попадают. Ужас. Вижу Вована, ставлю лайк. Привет, спасибо. Огромное. Заканчивается основное время, ребят. У меня возврат. Да, тот меньше 5. Кривбас большинство матчей передают сложно. Все-таки рано мы понадеялись на легкий выход в УПЛ. Согласна. Могло быть меньше очков. Ну, пока рано еще говорить. Но вот сейчас контратака, кстати, Кривбаса. Какая передача. Боже мой, что сейчас сотворил... Непонятное. Короче, передача не прошла. Был практически выход 1-1. Была передача, не дотянулся игрок Кривбаса. А можно было решать все в этом матче уже. Хасиды за Кривбас. КТМ. Привет. В БК, про который ты говоришь, в какой валюте можно иметь счет? Денис Калюжный. Денис, много различных валют, какая тебя интересует, доллар, евро, гривна, рубль, германские, французские,
Очень много там стран. Какая тебя вообще интересует? Ты можешь перейти, вот я сейчас скину ссылочку в чат, посмотреть, ознакомиться. Я уверен, что тебе понравится. И количество различных способов на ввод, и количество валют, и количество на вывод различных способов и платежных систем. Плюс ширина линии до матча, по ходу матча. Ну, ребята, вы просто будете в шоке. В шоке, насколько там много различных ставок. И в те же топы, типа в Украине фавбеты, париматчи никогда не дадут такое количество ставок. Спасибо, не за что. Денис, если будут вопросы, пиши в Инстаграме, Телеграме, ВК. Либо вот сейчас попробую, задавай, пока мы еще смотрим. 4 минуты добавлено, 1,5 минуты команды уже сыграли. И не забывайте промокод ПАПА 3 пятерки вводить. Вы тоже еще как бы приятную плюшку, приятный бонус можете получить. 100 евро на свой счет при регистрации, если введете в поле промокод. Кривбас. Кривбас атакует по правому флангу. 2 минуты 10 секунд остается. Ну, Кривбас уже не спешит. Не спешит вводить мяч. С аута тянут время. Их можно понять. Комментатору дякую. Комментатора зовут Вовка. Вовка, если что, кто не знает. 111 лайков. Ну, уже поздно. Уже поздно, но за этот стрим мы проведем розыгрыш обязательно. 4-2 вперед. Да, к сожалению, пока не получается. Но время еще есть. Затягивают время. Во время вброса аута получил желтую игрок Рубаса. Ну, наверное, понимает, на что идет. Теперь возле аута танцует игрок 7 номер Кривбаса. Тоже можно понять. Ну и, наверное, болельщики Подоле сейчас просто в шоке. Просто в злые пипец. Да, Кривбас по такому сложному поединку, конечно, получили добыли волевую победу. Их можно понять, почему они тянут время. Спасибо, Ван. Не за что, Дим. Не за что. Не за что. Спасибо тебе за трансляцию. Бро, Валер, спасибо. Спасибо. Ребята, вы как-то выделяетесь. Ребята, болеющие за Кривбас. Ну, конечно, благодарят, но в основном постоянные. А тут в первый раз зашли на стриме уже благодаря. Вы меня удивляете приятно. Спасибо вам. Еще я вас поблагодарю, поэтому не успевайте и не спешите уходить после трансляции. Мы обычно еще минут 10-15 минимум общаемся после трансляции. Вон, на сегодняшний матч можно. Тейр, я думаю, лучше на следующий раз. Лучше уже на следующий раз. Вовчик, молодец. Алексей Агафонов. Спасибо, Алеш. Спасибо. Металлист вперед. Антон Поляцкий. Металлисту теперь надо уже будет защищать первую строчку, потому что Кривбас выходит на первую, да? Да, Кривбас выходит на первую. 16 очков, а у Металлиста 15. Но они не сыграли матч против Волыни на выезде. Завтра играют. Я тоже согласен. Спасибо, Серег. Все. Матч закончен. С кем играет Кривбас в следующем туре? Андрей Криворог. Все, победа. Разбирайся. Так. Кривбас Альянс. О, дома Альянс. Кривбас едет к Альянсу. Альянс и в предыдущем сезоне первой лиги дома шикарно играл. Сейчас дома неплохо играет. Будет сложно. Владимир Сергеенко, Володя, спасибо за репортаж. Спасибо, спасибо каждому, кто смотрел, но мы еще не расходимся. Я заранее для тех, кто уже собирается уйти, спасибо за то, что вы уже смотрели. Обязательно подпишитесь. Есть вероятность добить 5730 подписчиков. Не хватает всего лишь 7 человек. Даже 8. Поэтому подпишитесь. Голосуем за Рожик. Усё возврат. Давайте, чтобы не, в принципе, не оттягивать это все. Окей. Давайте, чтобы не оттягивать. Сейчас подведем итоги. Отвечу на все вопросы. Чтобы не оттягивать это все. Давайте проведем розыгрыш. Давайте проведем розыгрыш на какой-то другой матч. Дадите, а потом посмотрим результаты. Плюс один уже есть. Спасибо, Денис. Спасибо. Спасибо огромное. Добро пожаловать на канал. Спасибо тебе огромное за трансляцию. Спасибо, Миш. Максимально адекватный человек
парень. Буду рад видеть в дальнейшем каждого из вас, ребят. Особенно под видео. Ваши комментарии тоже, я думаю, понравится вам видео канала Папа Лодоман. Так. А через тур играем с Металлистом. Здесь победит Волынь 1-3. Антоха верит в победу Металлиста. Давайте, ребят, пишу цифру на экране телефона. Она будет не сильно большой. Кто-то из вас даст прогноз на какой-то из матчей сегодня. 100 гривен еще проставлю. Тем более, к сожалению, 4-2. Счет не случился. 100 гривен теряем. Но зато Кривбас забил больше полтора. И эти 100 гривен мы отбили. Можем сейчас третья ставка, которая решит, будет плюс или нет от подписчика. Я написал цифру на экране своего телефона, поэтому пишем слово «я» в чат. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Только не я. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38. Таир Иско. Таир Иско, наш модератор. Серега был близок, Серега был 37-м, Таир 38-й. Давай, Таир, прогноз в студию, давай. Давай, Таир. Ты дождался этого. Стоп розыгрыш. А я сейчас подведу итоги по прогнозам. Кстати, ребята. Так. Что я могу сказать? Кривбас сегодня помогли Вовке неплохо. Очень неплохо. Плюс благодарен Александру Жукову, который остался единственным донатером, к сожалению. Тот человек, который донатил. Но как он донатил, спасибо огромное. 500. 380. Плюс 142. 522. 75% к банку 700 гривен. 75% за стрим. Давно такого не было. Круто. Круто, сегодня рискнули, и оно оправдало 75%. Это неплохо. Наконец-то Таир, хах, Таир. Да, наконец-то. У меня за Венеция Total Mania 3. Ты даже... А, матч уже начался. Давай. Пообщаемся мы с вами, ребята, как минимум до 2 часов 20 минут общего стрима. Там посмотрим. Так, Удинезе, Венеция. Тотал меньше 3. 1.44. Что берем? 1.44, 100 гривен. Ну, 1.44, маленький ков. Таир. Слишком мелкий коэффициент. Больше 3.5 зуб даю. Ого. Саня бьет больше 3.5 ждет. Больше 3.5 ков 3.85 в Бутвинере. Ребят, забирайте, пока Таир ждет, думает еще. Мы ждем, Таир думает. Ребята, заберите свои 100 евро в компании нашего партнера. Перешли по ссылке, ввели промокод PAPAN35 при регистрации и забрали свои 100 евро в компании партнера. Вот и все. О, какой ков давали, когда Кривбас горел 0-2 на их победу, не помнишь? Когда 0-2 проигрывали, коэффициент был на определенном этапе 4.84. 4.84 винил. То есть не сильно прям большой. Потом он чуть больше там по-любому стал. 3-2. 4.84 видел. Когда вот перед самым голом там такой был коэффициент. Если будет минус, то Таир минимум неделю не будет участвовать в конкурсе. Все.
пока ты чёрт по зернышку, по семечку. Я на работу с утра, на работу понемножечку, помаленечку. Привет, Вова. Спасибо. Привет. За прогноз. Немножко поднял. Я рад. Я только рад. Я понемножечку, помаленечку. По копеечке, по зернышку, по семечку. Калюша, спасибо, братан. На работу с утра, на работу понемножечку, помаленечку. Спасибо за стрим. Спасибо. Спасибо огромное Калюжному. Так, Калюжный, братан, это ты кто в чате? Отзовись, братан. Отзовись в чате. Спасибо огромное за донат. Спасибо, братан. Спасибо за 50 гривен. Рад, что понравился стрим. Буду рад видеть и в дальнейшем. Алекс Попович, спасибо. Спасибо, рад, что поднял. Спасибо за 50 рублей. Опять за победившим, как было и в прошлом розыгрыше в теории Монако. Ема. Боруссия Дортмунд, Хоффенхайм, тотал больше 4. Тейр, ты видел мой прогноз на сегодняшний поединок? Я просто спрошу. Ты видел прогноз, который Вовка давал? Или нет? Первый донат. А, Денис, Калюш, понял. Первый донат. Да, Денис вообще впервые на канале. Спасибо, Денис. Спасибо огромное. Спасибо огромное, братан. Очень приятно то, что люди впервые, во-первых, благодарят за стрим, во-вторых, еще и донаты бросают. В общем, максимально адекватно, ребята. Мне приятно, лучшая благодарность, чуть ли не лучшая благодарность. Таир, он сегодня заходил в соцсети. Таир, я сегодня давал, Боруссия не проиграет, это основной прогноз на сегодня в доп. Ресурсах и единственный, 500 гривен проставил. Кстати, возможно, кому-то пригодится, кто делает ставки. Боруссия Дортмунд не проиграет и тотал меньше 4,5. Ты берешь тотал больше 4. Я тебя не хочу сбивать, берем тотал больше 4, все, значит берем тотал больше 4. Где можно твои прогнозы смотреть? И те, кто меня постоянно смотрит, тот, в принципе, подтвердит, что $1000 прибыли за 8 месяцев доп. Дохода неплохого. Поэтому, Денис, отвечаю тебе на вопрос. Вот, либо Инстаграм, и там, самый развитый доп. Ресурс. Но лучше, и в основном всем, все, кому интересны прогнозы, подписаны на два ресурса. Это Инстаграм и Телеграм. Где-то есть, может и там, может где-то есть, вот, в общем, там можно смотреть. Плюс в видео канала Попал Удаман периодически также даю прогнозы, где подробно разбираю и обосновываю. Спасибо, спасибо, хорошо, сейчас еще посмотрю. Нет, Аир, я не хочу тебя сбивать, может ты реально тотал больше ждешь, там многие тотал больше ждут, многие мне написали, да какой тотал больше, они всегда на тотал больше играют, тотал меньше, они всегда на тотал больше играют. По тем факторам, которые я анализирую, я считаю, что сегодня Боруссия Дортмунд 1x и тотал меньше 4,5, 5% от банка, то есть 500 гривен это грузанул. Денис Калюжный, напиши, где ты, где тебя ждать. Все ребята новые, тоже Александр Жуков, тоже, если есть в Телеграме, в Инстаграме, подпишитесь. Гол Холланда. Тоже хорошая ставка в стиле Сереги. Он любит на игроков ставить. Верона Интер, тотал больше 3. Последний вопрос задам тебе, братан. Я тебя не сбил. Я тебя не сбил, то есть ты четко хочешь Верону Интер взять тотал больше 3, да? Или все-таки тотал больше 4 в Боруссии? А тотал больше 3, 2, 12 дают. Неплохо, неплохо. Уже, брат, понял, Сань? Понял. В общем, если что, я открыт к общению, будем общаться, насколько это возможно. Впереди просто реально. Завтра, возможно, и послезавтра не увидимся, там будет перерыв на матче сборных, может быть такое, что и в среду увидимся аж. Реально готовлюсь, много всего, юбилей у жены, поэтому, ну, будем там на природе праздновать, кучу всяких подготовительных моментов. Воскресенье железно, плюс завтра будет бешеный день, не знаю, увидимся. Подписался в инсте. Так, Денис, ну, в любом случае, я говорил тем, кто в инсте подписывается, делаем пиар. Мухат. Да, Денис Калюжный есть такой. Есть такой дедуля, если смотреть по последней фотке. Спасибо за подписку. Дедуля лайк словил. Спасибо за донат.
Я тысячу принес Вове, когда забрал у него тысячу, потом, что он поставил тысячу на проход Аякса, а я тысячу сказал, что 10 не берет. Не, Вова в плюсе, Вова в плюсе. Новость дня: Хрищана вернулся в Манью. Да, Жека, да, вернулся. Вернулся. Поэтому, если же будем общаться, ребят, и на стримах, и под видео, и в доп. Ресурсах, но эти два дня буду, конечно, ставь тотал больше 3. Все, тотал больше 3, 2.12, 100 гривен. Ставка улетела. Таир Иско. Мухайт, это я. Понял, понял, понял. Буду знать. Ну, есть, есть. Саня подписался. Саня подписался. Поэтому спасибо за подписку. Спасибо, что появляются такие вот люди. Не лезь в серия, там вообще непонятно играет. Таир. О, ставь туда больше 3. Все. Таир решил, но я же уже их поставил. Ёма, я уже забыл. Таир Иско и его прогноз на матч. Не знаю. У Таира по-разному бывало, да, братан? И заходило, и не заходило. Но ты понимаешь, что твой прогноз сегодня решит. Ты по сути, тащишь сейчас команду подписчиков. Потому что один прогноз, по сути, Виталия Гречко отбил прогноз Ингест, Интекса. Поэтому тотал больше 3. Венеция Интер или Интер Венеция. Ну, в общем, вы меня поняли. 2.12. 100 гривен. Я на это все поставил. Поэтому, надеюсь, ты вытащишь, вытащишь. Волка, привет, я ставлю лайки, выхожу, и на это виснет капец просто как. Привет, спасибо за лайкос, спасибо, брат. Дача, привет. Привет, Денис, привет. Где пропадал, сколько лет, сколько зим? Молодцы. Роман Колесникович. Я с Кривбасом, что там я пропустил? Артем Шевелев. Раз с Кривбасом, подпишись на канал. Попал Адаман. Всем приветики. Люда, привет, привет, привет. Ничего, волевую победу добыл Кривбас. 2-0 летели и 2-2 сыграли. Кстати, Динамо Москва, Локомотив Москва. 1-1 счет становится. Всем приветики. Учеба, работа, понял. Что нужно насчет Боруссии Хоффенхайма? Ну, Денис, ты же, я думаю, видел прогнозы там в доп. Ресурсах. Если не видел, основной прогноз на сегодня. Боруссия не проиграет. И тот он меньше 4.5, коэффициент 1.7. Сейчас уже, наверное, меньше точно. Я влупил 500 гривен. Кинь еще раз номер карты. Спасибо огромное за желание. Просто, ну, не знаю. В сравнении с другими стримами, с другими командами, которые мы смотрели, конечно, ребята, которые за Кривбас сегодня там болеют, либо, может быть, за Подоле. Жене привет. Обязательно передам. Обязательно передам. Питер, я вот думаю, гол Хоффенхайма. А я, наоборот, исключаю гол Хоффенхайма. Привет, Черномой, играю сегодня. Да, они уже начали играть. 12 минут сыграли, 0-0 там. Кстати, пока общаемся, я выведу этот матч на экран. Сейчас я кину номер карты, после того, как выведу матч на экран быстренько. Спасибо, Миша, уже за желание помочь. На карту это вообще без комиссий. Точно, прям четко мне уже придут деньги. Поэтому она есть в описании к этой трансляции, там сверху, в описании к видео. Также вот улетает в чат. Спасибо. Видео, так, кинище, вот так, учеба, работа. Больше не было от вас сообщений. Одного лайка не хватает до 120-го. Венеция, Интер. А там Интер, Венеция, да? А, ё-моё, Верона. Ну, Вовка уже стримит больше 2 часов, поэтому чуть тупанул. Признаюсь, Таир. Венеция просто уже сегодня есть. И сегодня уже будет играть, по-моему, против Удинеза, да, если не ошибаюсь. Да, да, они уже играют. 13 минута, 0-0. Отредактирую прогноз Таир. Да, все. Сделали. I'm sorry. Жене привет. Передам привет огромный. Спасибо за 120 лайков, ребят. Ваше здоровье, водички.
О, началось. Собаки лают. Они кусают. Так. Что я хочу сказать? Если есть у вас какие-то вопросы еще по другим матчам, задавайте. По идее, Мальорка и Спаньол, блин, там сухие команды могут выдать минимум 2 мяча, тоже как вариант. Но чуть есть риск, конечно. Мне почему-то кажется, что здесь будет низ, хотя удачи, то я, блин. Хотелось бы, чтобы Таир вытащил команду подписчиков. Вообще, я хотел подождать 12 минут, потом написать прогноз. Может быть. Так, Саня, в общем, Жуков принял запрос друзья, и поэтому я ему поставил лайк. Вот есть подписка, спасибо за подписку. Еще была подписка Ярика Блажко. Спасибо за подписку. Фоток нету. И Юрий Попета, тоже есть такая подписка. Спасибо за подписку. Ребята. Ладно, дядька, пока, спасибо за стрим, увидимся. Да, увидимся. До встречи, Сань. Металлист и Крюбас зайдут точно, чем можем их пятиспад. В Металлисте я вообще не вижу, за счет чего может быть вообще какие-то проблемы. Потому что там в первую очередь деньги крутятся. В Крюбас после такой игры тоже максимально верил. Просто вот я посмотрел состав, слишком много молодых футболистов и не такой широкий состав. А вот за это переживаю, но по идее вот эти две команды должны. А все остальное, блин, не знаю. 120 лайк. Привет, Акбар, спасибо. Ливерпуль, Челси, какие прогноз? Возможно, еще дам, конечно, завтра прогноз, но Ливерпуль, Челси. Две команды, которые активно начали. В принципе. Так, секундочку. Жена звонит. Они сейчас в гостях. Поэтому надо, возможно... А ты дома? Ну, сейчас буквально там минут 5-7-8 закончу стрим. Давай. Спасибо за 50 гривен, Миша. Спасибо огромное за 50 гривен, Миша. Миша Ушаков. Обещал, 50 гривен на карту скинул. Спасибо огромное, Миш. Спасибо огромное тебе. Интер мало пропускает. И я сомневаюсь, что он на выезде много забьет. Ну да, да. Может быть, такой матч вязкий. Ну посмотрим. Может быть, повезет. Алина. Алине привет, да, обязательно. Обязательно. Спасибо, Миша. Не знаю, смотрит, не смотрит. Спасибо за 50 гривен. Спасибо огромное. Давайте до 2 часов 33 минут общаемся. Еще 5 минут. И пошел я встречать своих девчонок. Скажем так. Верона — это не слабая команда. Интер выиграет 2-1 и будет возврат. Думаешь так, да? О, верит возврат по Таиру. Верим топливо больше. Верим. По Леону тоже непонятно, насколько сегодня там он сыграет. Хорошо, нехорошо. Пока сложно сказать. Ага, Ливерпуль, Челси. Меня ж прервали. Обе забьют первое, что приходит в голову, а уже более подробно, наверное, постараюсь завтра скинуть. Обе забьют. Посмотрел я Брусью, взял 4-5 меньше. Я отдельно еще на 200 гривен 4 меньше взял
чисто своего личного банка, чтобы интереснее там посмотреть вечером было. Удачи, Денис, я надеюсь, не подведу, я ни в коем случае не пытаюсь вас подвести, но многие ребята уже адекватные, которые смотрят канал по Полудовану, вы должны понимать, что если вы начнете ставить и попадете на неудачную ставку, ребят, ну, я за месяц дал плюс, там, в этом месяце, там, ну, до 20%, немного, но тоже получится плюс. Поэтому, дякую за стрим, и тебе спасибо, Вить, спасибо, рад, что появился такой подписчик, тебе тоже удачи, спасибо. Поэтому, ребят, не зайдет, ну, я рассчитываю на хотя бы на 10 ставок вперед, на 20, 30. Короче, я думаю, вы меня поняли. Мне вообще показалось, что за 1.7 Боруссия не проиграет, тот мяч 4.5 я вообще типа удачно взял. Но надеюсь, не ошибусь. Дортмунд вроде бы по Сетанте будет показывать или нет. Либо Сетанта, либо какой-то из футболов от Мегагов точно. Да. По-любому покажет. По-любому покажет, мне кажется. Серег, если хочешь, сейчас посмотрю. Все равно еще общаемся 3 минуты. Как раз таки сделаю полезное дело для подписчиков. Сейчас я захожу на Мегаго, посмотрю эти спортивные каналы, там телепрограммы показывают, в принципе. У кого, конечно, есть Мегаго, так, поэтому, Юр, обе забьют, я не знаю, какой там коэффициент. Кто может, посмотрите на Ливерпуль-Челси, вот такой вот вариант на этот матч. Так. Удинеза Венеция показывают по футболу 1HD Мегаго. Интересно. Верона Интер тоже по Мегаго футбол 1 сегодня будут показывать. Майорка Эспаньол будут по футбол 2 показывать. Мегаго футбол 2. Мегаго футбол 3. Лион будут показывать. А Боруссию, да, по Сетанта Спорт. По Сетанта Спорт. Не, конечно, Мегаго, смотрите, какие матчи показывают, какие чемпионаты Мегаго показывают. Я думаю, что стоит того, чтобы подключиться. Кривые еще играют. Не, уже сыграли. 3-2 выиграли, волевая победа. Так, я думаю, посрачивая буду смотреть, понял. Давайте, ребят, 1.5 минуты общаемся, и я побежал. Я побежал, уже камеру эту лампу выключу, а то она мне уже слепит. О, оно были Арестумяне и Тине Канделяки. Знаем, слышали. Проходили. В любом случае, я уже хочу сказать каждому из вас спасибо за то, что зашли сегодня, посмотрели, смотрите канал по Полудовану, поддерживаете. Посмотрим, когда увидитесь, когда увидимся, но я думаю, вы уже большинство, по крайней мере, тех, кто остался, уже в курсе, почему я буду отсутствовать, по крайней мере, вот эти 2 дня, возможно, выходных. Поэтому посмотрим, что и как будет. Плюс там аж в среду будут матчи какие-то нормальные, потому что перерыв на сборной. Украина с Казахстаном 1 числа в среду играет. Это возможно. Воу, как думаешь, Рон перейдет в Манчестер Сити? Акбар, я не знаю, ты, наверное, не слышал. Официально Криштиану Роналду это игрок Манчестер Юнайтед уже, братан. Узели радости, наверное, полуштаны, не знаю. Смотрю. Миш, спасибо. Спасибо огромное, Миша, за... донат. Точно по Сатанте будет, жду. Примерно хочу Казахстан и Украина, вернемся. Возможно и так. Сколько мог, извини. Все отлично, Миш. Все отлично. Спасибо. Так. Всем спасибо. Всех обнял. Будем заканчивать на этой мажорной ноте. До скорых новых встреч. Хорошего дня, вечера сегодня, хорошего футбола, который будете смотреть на выходных. В общем, все. Всех обнял. Пока, ребят.